Всем привет! Мы продолжаем проходить Evil Within. Нашли мы там напарника, по-моему, такой в очках. Забыл уже, как его зовут. Сейчас мы сначала игру починим. Берем полосы черные. И продолжим. Трун-тун-тун. Так. Длинноволосое окровавленное существо можно победить оружием, но сражаться с ним не рекомендуется. Но я помню, это существо, которое за тобой носится, его надо вообще, по идее, огнем как-то пытаться победить. Так, давай, чиним. Гораздо лучше. И пересаживаемся на геймпад. Все-таки игра для консоли. Так, все, я сохранился. Поехали обратно. Залезаем в зеркало. Яркий свет. Да что ж такое? Итак, напарничек у нас. Где он, кстати? А, он за дверью. Терпеливо ждет. Здесь у нас патроны для дробовика, но давай мы, наверное, будем использовать пока болты. Ну, но... вот такие. Плохо, что отсюда нельзя будет никак... Да, вот эту дамочку надо спасти. Отсюда никак будет нельзя подняться, по-моему, наверх, чтобы патроны взять. Ну, ладно. Сейчас будет Погоди. Очень много народу на нас бежать. Смотри. Более сложно. Вряд ли, наверное, этот момент пойду с первого раза, но будем пытаться. Джоза, ты в порядке? Да, все нормально. Думаю, тебе лучше спуститься. Ну да. Держись. Он так спокойно сейчас об этом говорит. Что, двоих? Черт, сразу же? Оп. Почему в голову-то не попал? Да, сейчас очкарика убьют. Блин, не, это беда какая-то. Ну-ка. Тихо, они за мной. Блин, как убого с геймпада целится, конечно. Так, есть дробовик. Вот так вот. Сколько тут этих тварей? Аккуратно. Ну, да куда ж ты? Какая бешеная женщина. Ну, быстрей, быстрей, быстрей. Комплексно. Берегись, у них динамит. А не то. А как ее-то спасти? Надо всех убить. Как ее спасти-то? Контрольная точка.
Подожди, может быть рычаг какой-нибудь есть? Ай-яй-яй-яй. Себастьян, они над нами. Себастьян, так а как? Воду вырубить, так я понимаю, но где ее вырубать-то? Он еще бегает, как этот. Боеприпасов нет. Ага, понятно. У меня еще и патроны кончились. Кританул, надо же. Тихо, это еще не все. У тебя аптечка есть? Да какая аптечка, мужик? Да нет, пока он не спустится, я, наверное, ничего не сделаю. Давай ближе, ближе, ближе. Очень вовремя он упал. Вообще, наверное, бесполезняк. Ближе. А, они валяются. Печально все. Мне на него не нацелиться. Воду-то как вырубить? Берегись, у них динамит. Баба еще барахтается. А патронов-то нет. У меня 4 патрона осталось. Во. Где? Откуда они стреляют? Это уже все? Кажется, это еще не все. Слушай, она не подыхает почему-то. Еще пруд! Откуда? Не геройствуй, отходи. Где они? Я понял. Так, ну давай, может быть, болтами попробуем. Да отвали ты от меня. О, давай. Разрывная. Ай, задело. Ну ничего. Может быть, током? Ладно, ему пойдет. Надеюсь, не встанет. А, я промахнулся. Он тогда замахиваться начал, когда я у него... Еще раз. Твою мать. Что происходит вообще? Ну, вспышка ему ни к чему вообще. Это тоже отстой. Вот так хотя бы. Это еще идут. Да вы что, издеваетесь? Берегись, у них динамит. Я вообще не в тему куда-то шмальнул, но может быть, если кто-то... Валим, он сейчас взорвется. Зачем вы ему? Что? Я вообще не понял сейчас. По-моему, второй подбежал откуда-то сбоку и взорвался возле меня, и я подох, короче, да? Контрольная точка. Хорошо. Давай хоть патроны пособираем. Я чата не вижу. Так, давай, перезарядка. Окей. 25 патронов. А чё, где все-то? Себастьян, вон, я их вижу. Нами. Да, пусть спамят, ничего страшного. Мне тут, меня тут осаждают со всех сторон. Мне не до этого. Блин, да пусть горит. Зашибись вообще. Кто взорвался? Стой, у него патроны. У него патроны на дробаш. Тихо, эти, в сторону. Я куда-то ему в плечо стрелял, у него голова лопнула. Балдеж вообще. Не дергай, мужик, ты его. Блин, его бы это...
Давай сожжем его. Он встанет, по-любому встанет. Берегись, у них динамит. Быстрей. Вот с динамитом плохо дело. Отлично. Как арбуз просто башка. Это... Че? Уже все? Кажется, это еще не все. Пусть спамят. Мне сейчас не до этого. Еще прут! Да кто? 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 Герой, откуда? Стой. Отходи. Вон они. Не геройствуй, говорит. Зачем этот пистолет нужен, если он вообще никого не сносит? Бля, они сейчас все подстают опять. Патронов нет. Быстрее, два жирных. Motherfucker. Тихо, сжечь. Сжечь эту падлу. Пусть вдвоем горят. Отлично. Это вышло хоть и случайно, но помогло. Бабульку жжем. Бабулька встанет. Берегись, у них динамит. Два патрона я его высадил, он даже не шелохнулся просто. Он просто повернулся и дальше на меня пошел. Что происходит? Стрей, бежим. Почему он так быстро выдыхается? Гидман, нужна помощь. Логично, я уже заметил. Черт. А кто, как мы ей поможем? Тебе стоит на это взглянуть. Сейчас я на все посмотрю. И непременно. А только, наверное, если я подойду. Не могу открыть. Думаю, где-то здесь должна быть панель управления. Угу. У нас мало времени. Нас торопят все-таки. Куда идут эти кабели? Давай, топаем по трубам. Я схожу. Говори, что делать. Короче, не дают мне осмотреться нормально. Не дают патроны поднять. Давай мы сейчас этот. Сначала все. Тихо. Пистолет вообще какая-то бесполезная вещь, по-моему. Так думаю, что ты стреляешь, но не попадаешь. Ты урона не наносишь вообще никак. Думаю, где-то здесь должна быть панель управления. Панель. Ну да. Надо в динамитом умочить. Тихо, сейчас долбанет. Да я вообще сам порядок. Тихо. А динамит без него взрывается, слушай. Давай. Быстрее. Я уже забыл аж как присаживаться. Сейчас освободим, времени нормально. Посмотри на панелю, там такие же циферблаты, верно? Чего? Мне еще код от сейфа верхний. Надо? Выстави верхний на 22, а нижний на 5. Ок. Откуда очкарик знает все коды? В чем дело? Хорош, бабу спасли. Ты в порядке? Где-то в 2014-15 году я этот момент проходил, по-моему, раз в 7 вообще. У меня не получалось. Их слишком было много, патронов было слишком мало. Джозеф! Кидман! Все, теперь можно выдохнуть и спокойно все обойти. Для начала... Давай сделаем болтов, какие требуются вообще. Только у меня, по-моему, не с чего их делать. Да, я уже все потратил. Так, давай хотя бы пистолет зарядим. Дробовик. 2 патрона. Очкари-то мы полечили, короче. Это уже хорошо. Но он, в принципе, всю важную миссию он уже выполнил. Как этот замок можно вскрыть? Если ударить, да, балдеж. Бьешь по замку и нормально. Так, лечиться тоже нечего. Там где-то была лечилка, я помню. Тут закрыто все? Да. Вот тут. У нас туалет типа сортир. Здесь я был, по-моему.
Вот здесь что у нас? Ага. Хорошо, что они требуют тратить патроны, чтобы открыть этот какого? Дверь. А зачем мне сюда надо? Просто пустая комната. Окей, блин. Ни хера не вижу. Нормально. Ну, в смысле, плохо. Тут пусто. Потрошки. Насколько вкусного я просто пропустил, пока бежал, чтобы бабу спасти. Вот там у нас лечилка на столе одна. А вот еще в ящиках по-любому что-то есть. Оп. Дробашек. Давай-ка он перезарядочку. А то я это дело не качал, он будет очень долго это делать. Подожди, а где лечилки? Они типа за второй раз не заспамились, что ли? Держитесь, я иду. Здесь лечилка была. Очень интересно. Держитесь, я иду. Сейчас мы тут все пособираем, потом пойдем. Там еще наверху у меня, по-моему, штуки 4, по-моему, патрона. Все? Чего больше нет? Оп, потрошки. Оп, лечилки. Ой, точнее. Вот она. Почему мне надо постоянно, если у меня лечилки кончились, почему мне постоянно надо ее выставлять сюда? На быстрый доступ. Кстати, они у меня были, одна была. Ну-ка, давай, шуранемся. Оп. А, гулять-то гулять. Героин халявный. Я вот теперь думаю, то, что можно каждую картину вот так вот проверять, кинув в нее бутылку, но не везде бутылки есть даже. Нет, подожди, ключик мы пока не трогаем. Так, вот, ну давай, да, вот в эту комнату зайдем. Спички. Подожди, где-то... А, вот, вот. Вот тут ящик с гранатами, понятно. Можно было просто в них пару гранат кинуть, как бы, и уже большую часть разнесло бы по частям. Но ты уже на панике начинаешь отстреливаться, на тебя прут со всех сторон. Тихо. И топорик берем. Он хоть и одноразовый, но может помочь периодически. Если там на тебя кто-нибудь идет, там... Не очень страшный. 1300. Засил пианист. И наверх, короче, давай сходим, попробуем еще забрать там патроны. Оп. 16 косарей я уже так-то насобирал. Тут еще какой-то проход. Фонарь точно. Оп. Могли бы сделать автоматический фонарь, правда? А вот как его на геймпаде включать, я не знаю вообще. Поэтому совместное у меня управление, клава, мышь, геймпад. Все, да, сюда даже нельзя. Забавно. Взяли дверь, закрыли, там патроны лежат. Оп. Так, ну что, Сёба в перде, да? А, подожди, еще один патрон у меня. Что, да ладно, не улезет? Беда бедовая. Ну ладно. Все, поскакали по сюжету. Полосы раньше прогрузились. Куда они делись? А их этот Рубик, Херубик, утащил по-любому куда-нибудь уже. Кстати, а как отсюда выйти? Может, какая-то стенка сломана? Ну-ка. Как отсюда выйти-то? А, во. Нашла щелка.
Хорошо. Бля, их слишком много. Минус хилка, короче. Ты быстрей. Жжем. Так он жжет. Отвали ты от него. Вообще, по-моему, с ними бесполезно. Когда их двое, даже топором как-то махать. Чтобы ни к чему положительному это не приведет. У меня, кстати, опять фонарь вырубили. О, что-то лежит. Тихо. Никого. Собираем пожитки. Кстати, давай-ка болтов сейчас еще каких-нибудь сделаем. Так, какой-то болт агонии. Гарпун, да, вот эта штука хорошая. Но и этот как его. Ресурсы затратные. Ловушки, кстати, исчезли. Там очкарик отстреливается. Ловушки исчезли пока что. Я пока без болтов, походу. Единственный болт, который у меня есть, это между ног. Оп. Тихо. Оп. Угу. То есть два варианта. Я могу либо... Ну, здесь я не протиснусь. Я могу по верху, по-моему, пройти, либо по низу. Кидман, ты здесь? У него бы только одна голова торчала. Ладно, давай мы по низу сначала пройдемся, и наверху я потом загляну. Надо все эти коридоры пылесосить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну давай, давай, Сёба, ты сможешь. Патроны. Они мне не нужны. Хотя, подожди. Оп, и два патрона мы запихиваем в себя. Лечиться нечем? Точно нечем. Да. Ладно. Есть одна аптечка, но это уже на крайний случай. По-моему, аптечки тут как единороги. Контрольная точка. Дружище, я иду. Оп. Оп. Там очкарита, наверное, отстреливается вовсю уже. Ладно, ныряем. Держитесь. Все понятно. Хотя я мог бы успеть его поджечь. Ну, теперь они точно не встанут. Я не буду их жечь. Вообще не попадаешь. Тихо, оп-оп-оп. Грызут. Грызут его. Бля, сейчас и меня грызут. Готов. Ну-ну-ну-ну. Подожди, я в жирного должен был попасть. Как так-то? Капец, столько патронов уходит. Просто в никуда. Это какая-то жопа. Вы целы? Все в порядке. Пара синяков, все хорошо. Пара синяков. Себастьян. Ну давай их сожжем, вот эту кучку. Может быть, что-то и выпадет. Все, что могло, короче, с них падает уже сразу же, когда ты только ему голову отстреливаешь. Чикарик там кроссворды разгадывает. Давай, че. Где? Подожди, давай полечим, да его. Оп. Почему-то он меня не может так лечить.
Похоже, ну, дверь заперта с другой стороны. Себастин, может, поднимем эту штуку, а Кидман пролезет и откроет с другой стороны? Поможешь нам? Ладно. Вот. Жопку только ей не прижмите. Будет норм. Идем. А куда? Пойдем. Я так рад, что вы живы. Странно. Так, похер вообще. А чего они поймали тебя? Они убили сразу. Может, он решил, что я не опасна? Он? Рувик рядом. Опа, и всех утащил. Хотя нет, это не Рувик, по-моему. Это тетка, которая из трупов вылезает. Опять эта дверь. Опять эта женщина. Все в ладошках. Тобой таки. Местные. Короче, полезли в окошко. Ну, в смысле, в это зеркало. Заодно и качнемся. Записочки. Приглашение на свадьбу. Детектив Себастьян Кастелланос и детектив Майра Хэнсон счастливы пригласить вас на торжество по случаю их свадьбы в субботу 17 сентября 2005 года. Полдень, отель «Веранда». Кримсон Сити. После церемонии фуршет. А, так то есть они с этой бабенкой уже женаты, что ли? Или это другая? Не исключено, что это другая. Себастьян. Сёба. Вы что-то забыли? Ага. Давай-ка мы ключик сейчас запихнем. Так, опа, патроны. Вот это балдеж. А я оставлял на черный день. Так, у нас вот эти 6 ящиков скрыты. Ну давай верхние тоже юзать так же. Давай, оп, 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 ну. Готово. Два патрона подобрал. Ладно, будем знать, что тут еще 6. В следующий раз будет как находка, короче. Качаемся. Может, лечение шприцами? Сколько это стоит? 5000. Обалдеть вообще. Ну давай. 36 стало. Точность давай, это что-то какой-то вообще беспредел. Ты лупишь по этим уродам, а им просто все равно вообще. Ладно, гулять-то гулять. Максимальная точность с пистолета. 4800 осталось. Что это, время перезарядки? Скорострельность. Критуем лучше. Давай так. Гранаты. Давай, да, почему бы нет. Спички тоже нормальная штука. Могут пригодиться потом. Здесь определенно все. Да, все. Да ладно. Давай гранат побольше. И одну мину. Чё-то прокачал. Не, правда, если зеленка будет хорошо сыпаться, то почему бы и нет. Может быть, и правда все к концу игры прокачаем. По крайней мере, по большей части. Все бы в перде. К
Бля, какая женщина. Цаца. Все. А я могу как-то туда попасть? Ну, там ящики можно разбить. О, чуть растяжечку не заметил. Ну-ка, иди сюда. Чик. Вот как туда попасть? Есть какие-нибудь отверстия в стене? Хераз два. Спуск вниз. Ну, мне туда, наверное, в этот спуск, но рановато, по-моему, еще. Тоже берем. А вот это вот не берем. Бутылки бесполезны. Блин, я случайно. Слушай, а почему там, когда бутылку разбиваешь, там красная жижа? Там что, вино? Кто там хрюкает? Давай-ка пока они в кучке, мы их запалим. Что-то вот они какие-то подозрительные, правда. Здорово, Лех. Ну, хотя бы с одним будет поудобнее бодаться. Кто там рычит? Вот отстой. Мужчина, подождите. А нахрена я точность качал, я не понимаю. Если это не работает никак. О. Там еще тетя. Надо замочить. Как она приветливо брызнула всеми красками прямо на стенку. Ну ладно, я ложить не буду. Из тети вообще ничего не выпало. Какая-то тетя бесполезная. Пички. Ну давай, что? Подожди, а почему тогда там проход? Ебать. Я не попался в ловушку. Сережа, молодец. Так, а это тупиковая комната, кстати. Мне, да, мне вниз, походу, надо. Или нет? Снова коридор. Коридор. Ладно, давай спустимся тогда вниз, посмотрим, что там есть. Тут вряд ли какие-то развилки будут и подобные вещи, поэтому... Давай-ка вот сюда сходим. Ну, должно же... Опа, Степа. Патроны для дробовика, чтобы что? Мне он не нужен, как бы. Давай я залезу. Пусть он там себе встает, ходит где-то. Вот, я теперь добрался до ящика. Вот это дело хорошее. Кстати, он может за мной подняться обратно. Что-то я не подумал, как я буду выходить отсюда. Вторую часть я, кстати, еще не проходил. Я ее даже не видел, по сути. Я видел там минуты две геймплея и все. Я поэтому решил вот именно с первой начать. Пройти. И вроде как... Должны еще этот как его анонсировать третью в скором времени. Что-то какой-то слух такой ходит, знаешь. Ну-ка дернем. Оп. Все, бежимте. Бежимте, бежимте. Ну теперь я точно все на этом этаже обошел. Можно обратно идти по тому коридору. В принципе, то и первую, я не знаю, она мне в прошлый раз, когда я вот только начинал ее дважды, она мне зашла, как бы, но показалось что-то то ли очень сложной, то ли еще что-то, как бы. Я ее забрасывал один раз, потом второй. А сейчас что-то как-то играется, и я себя комфортно чувствую. Как бы нормально, можно проходить вполне. Ну... Сейчас единственное, что вот немного интерфейс неудобный. Я вот полосы здесь убрал. Это раз.
Можно на клавомыши, но мне удобнее пока на геймпаде в ней играть. Правда, целиться тоже я не знаю пока. Прицел такой себе. Вторая часть топ, но говорили, да, не раз, причем я слышал, что она хорошая. Посмотрим. Бля, это проститутка. Меня заикой оставит. Ай, я в тупике. Все пропало. Ай, надо было не тут поджигать. Она спряталась или нет? Огня, смотрю, боишься. Угу. Эмпирическим путем выяснить. А, вот она куда уебала. Это кто-то бежит или вентилятор работает? Звук постоянно то с левой, то с правой стороны. Ощущение, как будто кто-то надо мной по... Это что, статуя бегает? Ну на, ёпта. Эй, я же в нее попал. Надо ведь дважды в нее попасть. А это вороны. Не попал. Я больше не буду патроны тратить. Пошли они в очко с этой херней. Я главное это как вам. А, кстати, наверное, второй раз ты уже с этой вороны ничего и не выбьешь. Она утащила этот статую и летала с ней. А тут уже больше нет смысла в нее стрелять. Хера какая. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Так, давай полечимся хоть. Плохо, что первая часть столько лет спустя как бы до сих пор нормально не оптимизировали на ПК. Куча трудностей каких-то. Ну, типа, прыгающие FPS, и, блин, вот эта вот производительность. У меня сейчас машина загружена почти из-за этой игры наполовину. Опа, стёпа. Хотя игра очень древняя. Дай-ка угадаю, это арена. И мы сейчас будем с этой тарандой тут биться. Которая... меня кошмарило с большими руками. И мне нужно как-то ее сюда заманить, поднимаясь по лестнице, и потом чтобы она там поджарилась. Сейчас кто-то поджарится. Па-па-па-па. Угу. А сейчас проверим, как это работает. Чик. Вот тут мы ее и поджарим. То есть по этим решеткам я могу бегать. Огонь меня не затронет. Я должен быстро подняться и потом открыть люк. Понял, принял. Слушай, ну это прям полноценная арена, короче. Надо все смотреть. Тут что, Ханс Гигер пробегал, что ли? Прям как будто чужики налеплены на стену. Так, это максимум. По идее, она же если боится огня, ее надо как-то притормозить будет с помощью этих бочек. Но не факт, что они взрываются вообще. Хотя иногда бывает очень тупо, ты лупишь по этой бочке, и она тупо не взрывается. А тут как быть? А, вон там эта хрень запускается. А чё так быстро-то? Так, она за мной? Так, Сёба, давай. Понял, она портируется. Где-то тут, да? Вашу мамашу. Блин, я все сделал неправильно. Наоборот надо.
Быстрее. Почему он не может прыгать с этих стенок? Так, а здесь рычагов-то никаких, да? Очень жаль. Так, ее надо, чтобы она сверху за мной ползла. Но печаль в том, то что... Во-во-во, иди-ка сюда, барышня. Первый раз. Сколько раз я ее должен так задамажить? Как она истошно орет. Бля, ну сёба, ты вообще не в тему. Ай-яй-яй-яй, оп, давай-ка. Ждем ее тут. Откуда пойдет? Ай, какая она быстрая. Пизда, это ваншот? Чё, блядь, охуело? Не знаю, я, блин, максимально сейчас быстро и... Вот, я только ее заметил и сразу же начал подниматься. И все, и хана. Она вообще, блин, в один прыжок возле тебя может очутиться. Так. Куда она вылезла в прошлый раз? В общем, давай, мы сюда заходим. Вот. И бежимки сразу. Оп-оп-оп-оп-оп. Где эта короста? Идет? Все, идет. Тихо. Бля, где рычаг? Да твою. Я должен умереть в этом огне. О, еще раз, еще раз. Она мне дала шанс, она сама туда упала. Подожди. Как она будет действовать? А что если мы еще раз так сделаем? Стой, Сёба, да блядь. Он отошел, короче, от стены, я уже, ну, точнее, он отошел на секунду от лестницы. Эту тварь можно наебать. Он отошел от лестницы и уже не сообразил то, что ему надо было, блин, забираться обратно. Ее можно еще раз наебать и, короче говоря, то же самое провернуть. Попробуем. Закрепляем, короче, сучку эту. Вот сколько раз мне нужно ее так поджарить. Ёба, давай. Ёба, давай, давай, давай. Не знаю, ползет она, нет? Ну, да. Так, ждем. Я хочу попробовать, а вдруг правда получится. Если она один раз меня дернет, то ничего страшного. О, тихо, тихо, тихо. Быстрее, быстрее. А все, я не успел. Вот, портуйся. Портуйся, сучка. Бля, я был слишком низко. Выше надо, ой, посередине лестницы надо стоять, чтобы она прям с тобой туда лезла. Она же в тупую начнет, ну... Телепортируется, у нее нет механики именно карабкания по этим по лестницам, по-моему. Сейчас попробуем. Все, отдышался. Но по лестницам он, конечно, как полный мудак бегает. Горит? Нет. А, да, да, горит. Сейчас она тут появится. Мне нужно чуть ниже середины сползти.
Давай. Оп, а я вниз. И торчим. Сейчас она портанется туда, и я обратно. Оп, до свидули. Ах ты, крыса ссаная. Тихо. Она за мной должна ползти. О, балдеж. Сейчас мы ее сделаем. Нихера, он не успевает. Тогда давай просто по кругу. По кругу бегаем. И зажигаем эту женщину. Тихо, я запутался. Вот тут. Сёба, давай. Сёба. Попалась? И раз, два. Какое меню, блядь? Так, отсюда мы... Не туда. Вполне можно носиться по кругу, она должна тебя не это, не успевать ловить. Где это дерьмо? Бля, она тут рядом. Ну-ка так. Надо же. А дважды ее всего лишь надо поймать? Да ладно. Тю. Эй, закрыть? Я думал то, что ее надо будет раз в 7 долбануть. Окей. Это было немножко проще, чем я думал. Вот, чуть так можно пнуть ногой бочку, но уже поздно. Так, а с нее выпало вообще что-нибудь? Вот, слушай, да? Чик. Сколько за нее? 8000 дают. Это я удачно зашел. Придется еще кружочек навернуть. Вторая драка с ней будет гораздо сложнее по-любому. Не это как... Это было не последнее. Будут еще. А может быть и не один раз вообще. Тихо. Что это такое? Факел. Хотя... Ну ладно, не буду брать. Все. В общем, пошли. Пошли, где-то тут проход открылся. А, ну да, там, где Ханс Гигер забегал. Вот он. Стой, а... Ага, все верно. Я помню то, что возле какой-то двери я ящики видел. Опа, и десятку уже собрал. Балдеж. Ку-ку. Домой, домой. В анамнезе пациента задержка в развитии. Я сначала должен, ребят, первую пройти, чтобы оценить по достоинству вторую. Отмечены признаки синестезии. Наследственность предполагает восприимчивость к внешним стимулам и адаптируемость к паттернам. Надеюсь, вторая часть более получше имизирована на ПК. Прямо у меня под носом. Потому что это вот прям типичная первая часть для консолей. Не может. Он. Совместим. А кого Рубик-то кошмарит? Здрасте, это что, мошонка? А, это мозг. Черт. Какая-то жопа, думаю, какая-то торчит, блядь, с яйцами.
Угу. Я, наверное, поторопился, да? Стрелять в них. Сколько раз мне надо в них в голову долбануть? Пизда, урон вообще никакущий просто. У меня тут слегонца хлопчики окружают. Почему у них головы не ломаются? Я, может, что-то не так делаю? Тихо. Старина, ну давай, ближе. Кстати, так же враги дергаются, как в резиках. Только нацеливаешься, он херак в сторону. Подожди, что-то не то. Я по ним шмаляю, а им похер вообще. Понятно. Их надо убивать. Обязательно. Бля, ну как? Давай дробаш тогда попробуем. Может, что-то отключить надо? Надо им, по-моему, с пуповиной что-то... А, во-во-во. Точняк, надо пуповину отрубать. Быстрей. Эй, во-во-во, пуповина сработала. Через текстуры там в ванну рукой залез. Ну давай, последний мужчина. Давай поближе мы к нему подойдем. Вот так вот, хрясь. Ну, вот. Все. Я дважды доходил примерно до этого момента и потом забрасывал игру. Эпизод 5 пройден. А нет, я дальше проходил. Я эпизода, наверное, до 12 доходил примерно. Может, до 10. Глава 6. Сами не свои. С помощью грейболта что там можно? Кого-то можно заморозить, наверное. Куда он мне собирается тыкать в глаз, что ли? Я снова в палате. Вас что-то напугало? Они что-то сделали с моей напугала. Головой? Вы скверно выглядите. Вам нужно следить за собой. Появление этой женщины... Ой, спасибо. Появление этой женщины уже само по себе крипово. В церкви провалился пол. Никто не пострадал. Свидетель говорит, что это чудо. Крупнейший скандал в церковных кругах. Во время ремонтных работ в церкви Седархилл провалился пол. Присутствовавший прихожанин сообщает, что только чудом никто не пострадал. Короче, новость двойная. Фотографии. Угу. Мы сейчас там будем бегать. Церковь. Ну, провалился пол. А там, куда он провалился, наверное, там Рувик тусит. Там у кого-то забавные пальчики. Их три, и один из них большой и похож на тентакль. А, я двигаться должен? Подожди, а фонарь есть? Оп. Задолбали, честное слово, мне фонарь вырубать просто на ровном месте. Не страшно.
Что это за звук? Потом. Вот, у меня еще, кстати, в загашнике патроны есть. Две лечилки. Отлично. Подожди. Перезарядимся. Вот, и почти все патроны я забираю. Иди-ка сюда. Ну. Эй. Вот. Сколько еще осталось? Я думаю, два, да? Три даже. Нормально. А где медсестра она тут была? Стопудово опять зеркало натирает вон там в конце. Давай мы сначала качнемся тогда. Потом к ней пойдем. Катсцены всяческие запускать. Надо урон. Да. Привет. Привет, Серега. А чё, если на ПК? Чё там, на ПК непонятно, что? Ну, Акума, это жесть. Я просто не хочу на каждом эпизоде по 10 тысяч миллионов лет торчать, поэтому... Акума нахер. Как бы, если хочется жопа боли, я просто возьму себе какой-нибудь Dark Souls, включу, да и все. Так, а где? А-а-а. На компе легче. Ну, я сейчас играю на ПК, но только вот с такими вот девайсами, потому что... через жопу тут управление. На геймпаде она поприятнее играется просто. Но вообще никто не мешал к консоли подключить клава-мышь. Ну, сходя, смотря какая. Мне по прямой, да? Бля, эту курву надо ловить, короче. Я начал в нее играть на клава-мыши, но потом пересел, потому что тупо даже, ну, игра настолько не оптимизирована для ПК, что ты не можешь во время чтения записки пролистнуть вниз. Колесико мыши не пашет. Я не знаю, что за хрень. Она просто не работает. Все, меня закончило глючить. Здорово, Андрей. Консольщик до гроба. Ну, слушай, я как бы имею и то, и другое, но PS5 и Xbox Series X не покупал, как бы, но так у меня плойки вторые, третьи, четвертые есть. Как бы консоли и ПК. Самая оптимальная вещь, когда у тебя есть и то, и другое. Как бы, если ты, ну, какую-нибудь игру не можешь полобать, то... Ее можно включить на ПК. На ПК ее нету, давай включим ее на консоли. Почему бы нет? Как бы я вообще вот этот срач не понимаю. Типа то, что ПК лучше, консоль лучше. И то, и другое хорошо. Просто Себастьян? Все должны играть то, Себастьян? На чем привычно. Себастьян? Как бы вот я в последнее время стал замечать, что я часто играю на ПК, хотя есть консоли. Потому что, ну, на консолях я в основном прохожу какие-нибудь эксклюзивы, которые, ну, на ПК еще просто не портировали. Ну, может быть, это дело времени. Я играю на ПК, но беру в руки геймпад, потому что, ну, бля, привычней. Если какой-то шутер, то да-да. Если тебе где-то какая-то быстрая реакция нужна, тогда, конечно, клава-мышь...
геймпад не заменит. Но, знаешь, есть какие-то шутеры, типа, к примеру, тот же самый Metal, Gears of War. На нем вполне можно проходить и на этот, и на геймпаде его. Я 5 частей прошел на геймпаде, ни разу не обломался. Есть шутеры, которые нормально заточены под геймпад. Некоторые люди на геймпадах играют лучше даже, чем на клавомыши, понимаешь? Вообще это, вкусовщина. Я тоже так раньше думал, то что на геймпаде будет тяжело в шутеры лобать, но привыкаешь. Это поначалу неудобно, можно привыкнуть ко всему. Лучше вообще играть и на том, и на другом. Впадлу, знаешь, я сейчас сижу с геймпадом, в руке хлоп, я взял просто и переключился, клава, мышь тебе. Почему бы нет? Просто тоже этот срач непонятен, то что постоянно какие-то обсуждения, то, что там клава лучше, чем геймпад, геймпад лучше, чем клава. Да лобайте на чем привычно, да и все. Просто, в стратегии будет тяжело на геймпаде лобать. А в какой-нибудь динамический шутер, к примеру, это тот же самый Counter-Strike. Я, конечно, не любитель Counter-Strike, но ничего против не имею. Вот. Будет тяжело на геймпаде в нем играть. Но, к примеру, какой-нибудь файтинг или какой-нибудь слэшер, ты пальцы, себе сломаешь на клавиатуре. Вот это базар. На ком это место просто ужасно сложное. Я видел. Из-за снайперов и так далее. Я смотрел, как люди мучаются просто, но я прошел первый Dark Souls, прошел третий Dark Souls, прошел Bloodborne, прошел Elden Ring. Можно же подерку себе устроить, но не все же время там не играть. Хотя, кому-то только нравятся только такие игры. Надо что же, лично по мне, так надо отдыхать периодически. Да, я думаю, тоже будет прикольно, если бы у всех будет общие сервера, и так далее. Почему бы нет? Я зря 2 патрона потратил. Ладно. Вообще тоже не понимаю, когда там Sony Boy те же самые жутко горят с того, что портировали какой-то эксклюзив с плойки на ПК. Камон, дайте людям заработать и другим поиграть. Не похер ли вообще? Если игра существует, то почему бы всем ее не осветить? Это вообще эксклюзивный, даже немного, вымораживает слегонца. Но это еще с третьей плойки пошло. Не было бы этого геморроя, давно бы эти эксклюзивы были бы не актуальны. И все игры выходили бы на всех платформах. Да, я знаю, тут я эту игру до конца не доходил. Я еще играл ее на Карабоксе 360-м. Я до конца эту игру не проходил, но проходил большую половину и забрасывал ее 2. И вот решил, пройти и первую до конца, и вторую хоть посмотреть, как сделали. Конечно, пусть играет. Я тоже, наоборот прикольно, то что там тот же самый паук Вот у меня товарищ он любитель консолей из Xbox. Если он захочет, на ПК поиграет. Но плоек у него нету, и он не нравится ему эта консоль. В принципе, политика даже этой консоли не нравится. Но ему нравится, как
таковой, как бы Человек-паук, еще с детства. Вот. И это как его. Почему бы ему, допустим, ну, не поиграть в этого же самого паука, но на той же самом коробоксе, как бы. Он же им Sony-то ничего плохого не сделал, он просто хочет поиграть. И что ему, типа, из одной игры целую консоль покупать? Да нет, он просто откажется и не увидит этой игры, вот и все. А то там, знаешь, такие заявочки, типа то, что вот этот эксклюзив продал консоль. Блять, да нет. Ну, это надо, по-моему, быть полным безумцем, платить те же самые 60 косарей, плюс еще 7 тысяч за игру, и потом только пройти ее через 30 часов такой. Понятно. Закрываем игру. Типа я ее прошел за 30 часов, и все, до свидания. Это не стоит просто столько денег. А я вообще как бы не любитель платин. Ну, как бы... Не настолько. Ты в порядке? По-моему, даже я никогда ни одной платины в игре не выбивал, как бы. Я равнодушен к ним отношусь. Но сейчас... Да, это прикольно. Это уважуха и респект, как бы, но... Не могу долго в одной игре зависать. Больше 150 часов мне эта игра душить начинает. Хочется во что-то другое полобать. Другие механики и так далее. Мне вот почему от Nintendo игры нравятся. То, что там у них всегда... ну, они... Периодически манипулируют механиками игры. И ты не скучаешь, когда играешь в них. То есть ты не делаешь однообразные движения. Ты постоянно, ну, как-то развлекают они тебя. Как бы Nintendo это, ну, не про эксклюзивность, это скорее про геймплей, а не про графон. Убиваешь тех, которые нравятся. Ну, мне какие-то игры тоже нравятся, но я не стану в них там задрачивать часами и выбивать полную платину. Как бы, ну, выбил ты платину, а дальше что? Не, конечно, я не против, но такое. Для меня как бы это, ну, ничего не значит. Это труды, как бы. Ну, я лучше чем другим займусь на самом-то деле. Свободный рим. Ну, платина, да. Типа платина то же самое RDR 2, это такое себе. Там, типа, собрать все цветочки. Ну, ты как мудак, просто бегаешь и по полянке, блядь, цветочки собираешь. Но это же не про это игра. Наверное, потерял сознание. Или снова стал. Я вот не знаю, я пока, короче... Пока большая проблема покупка игр на консолях, на PS5. А я не знаю, что за этот, что за перевод. Какой-то любительский написан. Наверное, не знаю. Я так чисто на торрентах, чтобы ближайшее нашел, то и скинул, короче. И это как вам... Пока на консолях PS5 и Xbox Series какой-нибудь сложно покупать игры, и пока не хочется на какую-то консоль пересаживаться. Вот. Не знаю. Я вот сейчас себе забавы ради Switch заказал. Через недельку должен прийти. Вот. Ну, хоть будет чем на работе свободное время убить, если что. Вот, а так, не знаю, пока не думаю консоль покупать. Думаю, может быть, лучше видюху обновить. А так, не знаю, в принципе, есть, конечно, лазейки там и все такое, где игры можно дешевле купить и все такое. Но, блин, я вот к тому же, ну, к примеру, я на ПК недавно Callisto Protocol тот же самый за 150 рублей купил. Вот. Ну, Switch, я как бы не думаю, что я буду много на Switch играть дома. Это скорее для работы. Ну и знаешь, там перед сном 20 минут там посидеть, кнопочки понажимать. Но это будет не основная консоль. Основная платформа у меня пока, как бы, пока что. Посмотрим. Может быть, меня заинтересует чем-то на PS5, какими-то якобы эксклюзивами, но
Не знаю, не думаю, что в ближайшее время буду приобретать консоль. Скорее, я буду копить просто на видеоху какую-нибудь. Ну, типа 3080. Я думаю, пока ее достаточно будет. Посмотрим. Ну, я заказал себе Switch, чтобы на нем пройти, типа, какой-нибудь Hollow Knight. Допустим, Dark Souls Remastered. У меня было PSP, было PS Vita. Играл какое-то время, забрасывал, продавал их. Открой дверь. Я открываю. Подожди немножко. Черт. Так, давай-ка мы их тут подождем. Вот в углу. Вот так и бам. Это еще не все, да? Теперь давай с этой стороны. Так они медленно идут. Бля. Сука, и меня задело, и очкарика. Так, ладно. Я их надолго не задержу. Еще чуть-чуть, прикрывай меня. Полечим его. Я смутно этот эпизод помню, но помню, что такое было, да. Тут их сейчас будет очень много. Три патрона. Там еще кому-то досталось. Подожди, пока он не стал. Поджигаем. Опа, горят оба. Балдеж. Подожди, идем. Идем, идем, обязательно идем. Эх, я ничего не собрал. Тихо, патроны. Успею? Успел. Все, все, закрывай. Болты, говоришь? Ну, я потихоньку так, чуть-чуть. Там сям прокачиваюсь. Тихо. Пилюльки-то есть. Сейчас бабла подсобираю, надо будет в натуре болтов качнуть. Пока что-то последнее время для болтов не очень много давали этого. Ну, из чего их делать, короче. Стрей. Та-та-та-та-та-та-та. Блядь, она где-то рядом. Сучка. Бля, бочечку бы пнуть к этим вот малышам. Ну-ка, давай, давай, давай. Сёба, пинай. Сёба, быстрее. А, тихо. Все горят? Блять, не все. Нормально. Вроде разделали мы его. С ловушкой я разберусь, а ты задержи их. Их вдвое больше. Согласен. Вижу время, на жалобу у тебя есть. Бля. Я вообще не в тему выстрелил. Все, хана, патронов нет. Так, ну давай, что у меня по болтам? Допустим. Ядовитый, короче, ему не по вкусу. Ну-ка, чем его долбануть? Я вообще не попал. О, тихо! Ай-яй-яй. Давай в сторону. Ёба, аккуратненько. О, он не зарядился. Ну, вы не дергайтесь, я на вас фотоохоту провожу. Может, нормально. Давай быстрее, перезарядка. А тут перезарядка, это и есть смена болтов, да? Отстой. Что там? Болты прокачивать надо, да-да-да. Я про уровни выживания вакуума, а так можно прокачивать что угодно.
Болты из запчастей, из мин. Ну, это я знаю. Так попадаются запчасти, те же капканы, ловушки. Сейчас возьмем. Опа, она мне уже при... она мне все равно пригодилась. Сластин, идем. Похоже, мы выбрались. Подожди, я еще не все собрал. Вот это еще я быстренько захвачу. И все, и побежали. Ходу, ходу, ходу. Вот этот эпизод сейчас тоже будет сложный. Там, где эти стрелки на этих... на лифтах каких-то, там их 3 штуки, по-моему. Немного. В таком темпе на Кумбу тут народ вообще психует, я помню. Я думаю, отсюда нужно убираться как можно скорее. Согласен. Может, на башню? Оттуда мы сможем все рассмотреть. Все лучше, чем оставаться здесь. Когда-то давно я очень много раз этот пытался эпизод пройти. Сейчас посмотрим, как оно будет. Так, а мне типа что, лечиться не надо? Сомневаюсь. А у меня их 2. Балдеж. Ну-ка давай. Чик. Это тоже берем. И вот сюда. Винтовочка. Я бы не сказал, что она мне прям очень сейчас полезна будет. Но слотов немного. Давай-ка ее вместо гранаты. Я редко гранату использую. А, подожди. В принципе, дробаша у меня 0. Как поменять-то? А, во. Все. Обойма, 2 штуки заряжены, я понял. Четыре балкона. А мне что-то помнилось то, что 3. Ладно, сейчас посмотрим. Короче, я пока не Идем полезу осторожно. Прокачиваться. Кто знает, сколько их тут. Давай, наверное, пока вот эту мелочевку болтами раскидаем. А, блин, это вспышка. Вспышка херня. Это ядовитый. Бля, там их 2. В смысле, они там сами загорелись, что ли? Ну-ка, подожди. Они-то дверь откроют. Вот так. Комплексно захерачил. О, вот это хорошо. Да, тихо. Тихо, тихо, мужчина. А у него тоже взрывной арбалет, что ли, был? Не знаю, вспышка я сколько раз пользовался. Ну, ослепляет она их. А дальше-то что? Еще один? Да вы издеваетесь. Ну-ка, топор на топор. Кто кого? Бля, он убегает. Вот это было забавно, конечно. Зачем он повернулся? Что с ним не так? Ну, никто не виновен. Слушай, у них тут прям братская могила будет. Сейчас подожди-ка, по стелсам этого гаврика, который там ходит. Сейчас мы его забодаем. Аккуратненько сейчас. Чик. Чик. Он где-то наверху, это по-любому. К гадалке не ходи вообще. Бля. Будет спускаться, нет? Да, будет. Чё, ждем? Я он сейчас из-за угла как это выпрыгну на него. Бля, там очкарик. Он, короче, всю малину испортит. Он сейчас с ним драться начнет. Ну-ка, подожди. Дай-ка посмотрим, как он себя поведет. А, это даже так работает. О, очкари-то, ты мне патронов сэкономил. Молодец какой. А я думал то, что пока они ослепленные, их нельзя. Да я, блин, один раз, наверное, только попользовался этой скрытой штукой. Как вспышкой. Один раз только. Ну, может, 2 максимум. Не зашло. Гарпун мне больше нравится в этом плане. Прямо, может, топор схватить?
Аж пригодится. Или вниз, или вверх. А. Я типа отсюда поднимался, что? Сейчас болтов наделаем, кстати. Хочется все зачистить. Я, наверное, так и сделаю. Давай-ка мы все зачистим. А что, он там вообще сильно тупит, да? Ну, я не удивлен. Искусственный интеллект тут... В укрытие! Они стреляют сверху! Тихо. А с другой стороны я могу обойти? Нужно уничтожить. Я что-то не заметил. Я вот просто, ну, я вот не могу пока в данный момент вспомнить игры, где хорошо был прописан искусственный интеллект, который тебе в помощнике как-то помогает. Ну, хоть как-то. Действительно, чтоб помогал. Так, тут надо по-быстрому. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, я в домике. Я болты, я думаю, надо бы это. А чё, электрические их не убивают? Вот отстой. Там еще кто-то. Тихо, тихо, ты же сгорел. О. О, очкари-то, ну-ка давай. Я его буду оглушать, а ты его лупи. Балдёж. Вот это напарник. Я сомневаюсь. То, что мне, скорее всего, повезло. Скорее всего, мне повезло. Ай-яй-яй, сейчас бахнет. Все, аккуратненько. Чик. Мое. Так, ну давай, наверное, здесь пока тихо. Набацаем себе гарпунов, да? Вот так. Оп, 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 оп. Максималка. Это что, зажигательный? Штука хорошая. Ядовитый вообще ни о чем. Вот разрывной. Разрывной нормально. А на другие мне не хватает. Ладно. Я пробовал, короче говоря, вот сейчас электрический, по-моему, один или... Ну, или раз второй, может быть. Что-то как-то он неэффективно. Это надо, короче, суетиться, бегать вокруг них. А меня тут снайпера пасут, мне как бы это... Особо не разбегаться. Чтобы механики проверять, что как работает. Ничего, сейчас потихонечку зачистим. Ага, здесь меня они не видят. Короче, где лежат вот эти вот палки, туда, короче, нельзя вставать, я понял? Снова пришел. Не знаю. Разрывной, крио. Где гарпун-то? Я уже забыл, как он выглядит. Вот это? Нет, это, по-моему, разрывная. Это ядовитая. Попал, надо же, в ебасос прям. Повезло, повезло. То есть на полу он будет трясти сразу толпу, да, если я правильно понимаю. Он куда-то упал, и все, я его потерял. Он ушел, но обещал вернуться. Тихо, добиваем.
Очкарик, ну тресни ты по нему. 10 000 лет собирался. Слушай, да этот, блин, отчасти этот эпизод можно даже без патронов вообще пройти, ну как бы без траты. Если экономно, аккуратно действовать, то вполне. Тихо. Это пока не по нам. А у нас тут все ребята закончились. Я что-то не уверен. Оп-оп-оп. Ба! Я упал. Давай заново. Я хочу эту баночку собрать. Почти попал. Кстати, а что тут? Топор? Топор. Вон они идут. Тихо. Дальше, дальше, дальше. И вот тут... Да, блядь, да какого хера-то он начал перекатываться? В прошлый раз почему он так не делал? Да, иногда Сёба себя странно ведет просто. Мне вот прям интересно все собрать. Всех убить там и так далее, и поэтому... Ну, в принципе, убить-то хрен бы с ним. А вот собрать все хочется. Мне что-то впадло потом без патронов сидеть. Так, ну... Здесь их давай пробегаем. И вот тут отсидимся чуть-чуть. Заманим, если его убьют. Ну, тут Сёба молодец. Если бы не Сёба, то это... Ничего бы не произошло. Что там? Собрать потом можно. Главное, балкон уничтожить и босса. Да. Ну давай попробуем первый хотя бы. А, не видно тут. Ну давай. Эй, ты тут. Сучонок. Давай тогда хотя бы первый балкон бьем. Так, он меня не попадает, зато я в него запросто. Он примерно тут, да? Вот так вот. Мысли, почему я не попал? Вот это я сейчас вообще не понял. Я, может быть, в стенку стрельнул? Если не ликвидируем других стрелков, у нас нет шансов. Кстати, они сейчас же будут тоже периодически еще другие новенькие прибегать. Поэтому, да, наверное, этот момент быстро проходит, чтобы прям все не набежали. Да, вон и, блядь, вся толпа, короче. Ну-ка, попробуем. Нет, хер раз два, они туда не подойдут. А куда? Куда они все делись-то? Бля, они где-то там все бегают. О, это за мной, товарищ. Мы сейчас с очкариком-то их на пару разнесем потихонечку. Да, бля. Ну какого хера они дергаются? Вот очкарик, вот может же, когда захочет. Блядь, я хотел поднять факел. Вот этот. Блять, они меня жрут и жрут. Не, надо валить отсюда. Это какая-то душегубка. Ага. Очкари-то, слушай, прям этих завалил. Прям почти всех. Ну-ка, оп-оп-оп-оп-оп. Бля. Ты в порядке? Они не дают прицелиться. Готов. Так, давай лечиться, а что делать? Оп.
Да еще, пожалуй, бахнемся. Где-то же лечилка была, не помню где. И ее взять еще не... Та-та-та-та-та. Ну-ка, если не за мной побегут, рванет? Почему не взрывается? Что происходит? Блять. Я же нацелился. Два патрона. На третий патрон я только попал в него. Где очкарик? Эй, очкарик где? Что-то вот он. Мне плоховато. Давай, 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 давай. Все. Помогли очкарик. Блять, еще толпа бежит. В порядке? Короче, я понял, почему. Чем быстрее ты их убьешь, тем лучше. А, подожди. У нас же третий стрелок не вылезает, пока ты всю стрелу, всю толпу не перебьешь. Ну и дела. Ладно. Душный момент. Минус жирный, смотри-ка. Падре. Все, пизда. Падре прорвался сквозь нашу оборону. Все, на них не работает. Мина, можно выстрелить в нее. Отгадать момент. Да я сейчас просто, наверное, с арбалета завалю кого-нибудь. А может быть, очкарик справится с ним. Бля, это, конечно, обзор вообще чумовой просто. Падре, мы вас пригвоздили немножко. Ну, падай. О! Надо только подождать немножко. И очкарик сообразит, что ему делать. Ну что, это все? Нет, не все. Там еще один ходит. Еще три, четыре. Бля, да вы издеваетесь. Че там, они не сразу открывают крышку, расстояние поближе должно быть. Тихо. А то, по-моему, мы так бесконечно будем их лупить. Давай ближе еще попробуем, да, подойти. Стой. Не факт, что это пригодится мне, эта штука. О, заработал. Бля, надо ждать. Но они там с какой-то стороны сейчас на меня побегут. Готово. Это еще старые, да, которые не долетали? Он сначала их выпустил, а потом я уже побежал. Так, ну, что делать? Давай так. Бля, как знал, что сзади кто-то. Все, нормально, очкарик их раскидал. А этот в воздухе повис. Второй вообще в текстуры уплыл. Давай очкарика полечим. А куда он? Что происходит? Очкарик куда-то убежал. Так, вот здесь, по-моему, лечилка была и спички. Топор. Бля, ну ладно, хоть спички подберу. А где лечилка? О, гарпун. Подожди, а почему я его не заметил? Потому, мне сдается, придется еще раз эту локацию обходить. Потому что я мог что-то пропустить полезного. Хотя. Так, все бы. Давай. Я думаю, что надо подойти вот с этой стороны. И должна открыться еще одна дверь. Ну, в смысле, лифт. Вот здесь может быть лечилка, нет? Нет. Бля. Ты так не пугай. Стой. Снайперка есть. Да, блять.
Так, снайперка, тететын и дробовик. Давай мы дробаш поставим на этот, как его. Вот этот. Мы ставим. Да на четверку. Все равно лечиться пока нечего. Сейчас с боссом бодаться. У него много патронов уйдет. Целый один патрон дали. А чё в подвале? Я что-то пропустил? Тихо. А почему четвертая не открывается? О, один застрял, потому что, наверное. Так. Вот и эта хрень заработала. Ладно, он нам пока не мешает, пусть он здесь ходит. Он раз затупил, это его проблема. Куда у нас эта штука стреляет? Ну. Может быть, мне опять надо туда встать? Вот на этот мост. Она работает, когда я нахожусь в определенном месте. Вот только где именно? Вот тут? Нет. Давай тогда ниже спускаться. Куда пики упали? Так, хорошо. Смотрим. Раз. Второй на мосту, третий здесь, четвертый дальше. Да, вот четвертое место. Все, спасибо. О, его тут замечательно видно. До свидули. Все, теперь босс. Правда, тут у меня особо прятаться-то от него негде. Давай для начала дробовик. На него болты, кстати, в прошлый раз неплохо подействовали. Почти. Ага, сжечь я его не могу. Рано. Давай болтами. Ну, ядовито ему ни о чем. Он его убьет, может быть, через неделю. Или все. Надо. Короче, какими-то болтами я его там покошмарил. Кто знает, сколько их тут? Кто знает, сколько их тут? Вот этот-то. А, все, он исчез, короче. Игра его посчитала ненужным мобом, поэтому он испарился. Давай проверим, что тут я еще, может, пропустил. А эти уже не пашут, да? Блин, что-то я такое припоминаю, что вот эти вот два... Ну, два входа открывались. И мне кажется. Просто, ну, реально, я в нее играл 8 лет назад. Что-то же могло и не запомниться. Ладно. Ключи, ну. Статуэтка висит на башне. Ключи вообще, ну, как бы стараюсь, да, собирать по возможности. А на какой башне? Ишь ты, генератор даже можно. Ну, пойдем включим. Скажи, где статуэтку искать, ты по-любому знаешь. Кстати, и окошко, у меня стекло не работает. Я пока генератор врублю. Я не знал, что тут статуэтка есть.
Центральная. Погляну. По-моему, вот в этих вот двух комнатах что-то было. Угу. Сейчас подойду. Вот статуэтка где-то тут. Ну я пока рычаг дерну. Что-то я статуэтку вообще в упор не вижу. Первый, второй, а какой из них конкретно? Смотря с какой стороны стоять. О, я угадал. Надо же, даже не заминировано. Ну-ка, это. Это, кстати, такая же механика подобная была в этом. Fatal Frame, четвертая часть, когда ты аккуратно должен был какие-то предметы поднимать. Если что, руку отдергивать, иначе тебя призрак за руку схватит. Угу. Сейчас глянем. Все, я вижу. Вон она. Стоять. Его теперь внизу подбирать? И вот этот ящик я еще не разбил. Это на этого, на зомби отвлекся. Где этот ключ теперь подобрать? Патроны, гарпун, смотри-ка. Сколько предметов еще. Куда он упал-то? Ты бьешь статуэтку примерно вот тут. Значит, упасть она должна к воротам. Судя по траектории, вот полет отошелся. Fatal Frame, в принципе, мне нравится и четвертая, и третья. А, не, подожди, четвертую я не играл. Короче, я прошел первые три. Первую и вторую я прошел дважды. Третью я прошел один раз, но тоже надо будет в скором времени ее проходить, потому что у нас еще где-то в марте выходит ремастер четвертой части. Еще уже есть ремастер пятой части. Надо. Уже есть переводы их. Хоть и машинные, но тем не менее. Мне вообще, в принципе, мне понравилась эта вся серия, так что. Она прикольная. Но, кстати, особо популярностью не пользуется. Многим она, ну, просто как-то нейтрально к ней относится. По мне, так это, ну, один из любимых хорроров. Fatal Frame, Silent Hill, Resident. Ну, Resident'ом, кстати, я уже более холодно отношусь, потому что, ну, блин, вот эта вот восьмая часть, это жесть какая-то вообще. Вот в чем было дело. Так, этого мужика мы сейчас того самого. Надо сохраниться, сбегать. А как мне сюда залезть? Так, дневник Себастьяна Кастелланоса, 17 мая 2006. Уже 8 месяцев, как мы с Майрой поженились, и теперь ждем тебя, крошка Лили. Скорее бы прошло еще 2 месяца, чтобы я наконец смог тебя увидеть. Честное слово, мне страшно. Я постоянно смотрю в лицо опасности на работе, но мысль о том, что скоро я стану отцом, пугает сильнее всего.
Обещаю, что пока я жив, я буду любить и защищать тебя. К новым обязанностям я подойду так же, как и к любому другому делу. Буду отдавать себе целиком, без остатка. Буду делать все, что в моих силах. Знаю, мы с твоей мамой любим тебя и очень ждем в этом мире, хоть иногда бывает жестоким. Кстати, с ПК даже этот, как его, меню не работает. Ну, то есть, я не могу в меню, как бы, вот настройки, когда это у тебя геймпад, ты можешь ниже опустить, но колесико мыши не работает. И вот я сейчас его кручу, оно не пашет просто. Такие дела. Вот и вся оптимизация. Так, давай сначала сохранимся. Есть еще куда очки влить. Прямо болты прокачаем. Жалко, что нельзя прокачать урон от болтов. Я думаю, что вот эта фишка с зеркалами взята либо с Silent Hill Origin, либо с Silent Hill 4. И там персонаж у нас лазил тудым-сюдым по разным этим. Ой, тихо. О. Берем. Один патрон остался. Там написано в прокачке болтов, как бы, то, что ты можешь, по-моему, скорость взведения, по-моему, скорость заряда, что ли, что такое. Думаешь, Origin поближе? Ну, в четвертом Silent Hill он же тоже там между мирами шастал. Ну, в дырке, то есть была такая механика, то что ты подходишь к стене, как бы, и пролезаешь в другой мир. Вот. Время заведения, дальность, время перезарядки. Болты максимально. Болты агонии максимально. Это вот прокачка выполнена. А, это сколько я могу таскать. Бам-бам-бам. Все. Единственное, что я могу качать. Время взведения, дальность и время перезарядки. Ну, давай дальность качнем. Это поможет хоть как-то. Наверху раздел. А, еще. Блять, я еще один. Вот тупица. Я один еще раздел, короче, просрал. Да, спасибо. Я думал, их всего три. Я думал, вот этот, какие-то настройки там, я не обратил внимания, пиздос. Так, разрывной болт. Здорово, Илюх. Разрывной болт, электроболт, криоболт, болт, вспышка, гарпун. Мне гарпуны, кстати, интересуют. Давай-ка мы вот так вот их жахнем. И разрывной. Вот они прикольные. Электроболт. Ну, не знаю. Криоболт. Кстати, я вообще ни разу криоболтом не пользовался. Давай разрывной, короче, еще раз бахнем. Все, и там по 4. Нет, сколько? Какой уровень? Ага, 4 прокачано, 5 не хватает. И разрывной у меня то же самое. А, нет. Гарпун на 3 уровня прокачан, а разрывной на 4. Давайте потом уже. Запас максимальный, главное. Оружие. Точность этого пистолета особо, конечно, ничем не помогла. Я прям какого-то лютого прироста не заметил. Что это скорострельность? Давай-ка скорострельность мы... Подожди. Вот, время взведения. Почему бы нет? Нормально, я думаю, уложился. К
Как понять, на гарпуне после 10 будет 50? Это что имелось в виду? Так, и давай сохранимся. О. Давненько так не делал. А, цена прокачки. Дорого. Я думаю, уже на пятый какие-то уровни качать уже потом, когда уже качать будет нечего. А то я здоровье-то, по-моему, один или два раза всего вкачал. Бег один раз всего прокачал. Так, ну давай, прикол какой-то. За прикол. Я не знаю, мне понадобится ли сейчас снайперка. Давай мы ее пока уберем и сюда поставим лечилки. А кого болтом? Разрывным. Давай попробуем. Кого его? Вот этот мешок, что ли? Так-то у меня один выстрел, если что. Я бы не хотел рисковать. А, очкарик разрывным болтом? Зачем? Зачем его-то? Что он мне сделал? Я как бы не против для прикола потратить один болт, ничего страшного в этом не будет. Зачем его? Просто что из этого будет? Да. Так, ну давай я в другую сторону отойду. Бля, у меня сёба не бегает. О, очкарита. Блять, я не попал в него. Так, подожди, можно же со стенок собирать. Берем. Прямо мы на Сёбу опять охотиться будем. Ой, точнее, на очкарик. О, пока он меня не видит. И чего? Он не взрывается. Может, мне надо с ним пройти вперед? Как думаешь, у Кидман все в порядке? Мне не нравится, что они использовали ее как приманку. Такое чувство, что с нами играют. Сейчас они пробздятся диалогами. Держись. Осталось немного. На него сейчас должен кто-то напасть, и поэтому он взорвется в полете вместе с этой штукой. Ну, в смысле, штука взорвется, а он... Ну, примерно я понимаю о чем-то. Их только двое. Мы справимся. Нет, подожди. Ничего то, что у него бегать шипы не мешает. Надо было бы в голову стрелять. Кстати, игра заметила то, что это... Почему не срабатывает бомба? А, она сейчас сработает, да? Почему нет? Они его туда же тащат, правильно? Мне к нему никак не подобраться. Ну и стрелять я тоже не буду. Они сейчас ближе, во-во-во, они сейчас ближе ко мне подойдут, и она взорваться должна. Не взрывается. Она не взорвалась. Вот я говорю, что странно.
Я думал, если стоять здесь, то они должны, как бы, это... того самого. И все, у меня разрывных болтов нету. Ну, давай криво болтом попробуем. Это вот так вот, да, блядь. В секунду, когда я нажал на выстрел, тут же сработала катсцена. Хлюп. А я винтовку убрал. Ладно. Давай немножко переделаем. Винтовку бахнем вместо дробаша. Будем поступать, как игра прям требует. Что делать? А все, уже не засчитали то, что у него взрывчатка на брюхе прилеплена. Придется так их мочить. Ну ладно. Прикол не удался. Ты в порядке? Было бы забавно, кстати, да. Я в порядке, не беспокойся. Ага. Давай мы тебе поменяем. Не могу привыкнуть. Один раз нажал, без удерживания. Так, давай дробаш, мы вот сюда. А сюда лечилку. Пойдет. Так, где очкарик-то? А. Любезно притащил мне лесенку. Не нужно было меня спасать. А? Какого черта? Это просто вопрос времени. Хорошо. Может быть. Может быть, попробую. Так будет лучше. Какого хуя? Очкарита прям в курсе то, что он заражен. Здрасте, Настя. Прикрой меня! Это вообще бесполезно. Сожжем их. Гори, гори, моя звезда. Криоболт. Ну давай. А если я его замороженного подпалю? Не, не вариант. Разбиваем тогда. Оп. И бьем. Давай вспышку попробуем. Чик. И как мы его теперь? А так можем убить? Нет, не можем. Он не убивается. Скорее, сюда. Бля, я только там зеленки, кстати, не подобрал. Да, кстати, вполне он мог бы просто взять что лестницу, там два раза выстрелить, и она бы рассыпалась деревянная. Я. Короче, я много зеленки там оставил. И это какого? Почему-то вспышка не работает. А, только в приседе. Точно. Она же у нас только в приседе и пашет это скрытое убийство. Надо еще попробовать. Сюда дробовик. Так, давай болты делать. Ядовитый, кстати, отстой вообще. Давай гарпун. Оп, оп. Зажигательный. Ну не знаю, давай разрывной. А, мне не хватает. Ладно. Гарпуны нужнее. Гарпуны прям топчик.
Сейчас можно собираем тут что. Плохо, что зеленку забрали там. Там было что собрать. Как-то быстренько очкарик у нас. На рынке справа над двумя ящиками. А где у них рынок тогда? Ладно, я посмотрю. Очкарик как-то быстро ворота открыл. Сейчас уже, наверное, такой момент в игре, то что тут прям хорошо должны зеленкой кормить. Ну типа, прокачка-то тоже не дешевеет. За двумя ящиками. Это рынок, да, у них такая? Похоже, это какой-то рынок. Ага. Здесь тоже никого. Не будем задерживаться. Рынок, ящики. Вот эти вот. Сейчас я там повнимательнее посмотрю, я только бочки эти разобью. Гранаты? Я разве качал еще, чтобы у меня гранаты помещались? Ну это ладно. Отец был человеком. А где она? Гордым. Она наверняка будет где-то стоять. Наверху, на этой каком. Верующий. На стенке. Чтобы не писали газеты, он был на стороне церкви. Отмахивался от обвинений, словно она непогрешима. Не вижу. Мало всех. Может быть, вот за этими двумя. И суровых мужчин. Им обещали спасение и вечную жизнь. Но она не обещала ему ничего, что его мог бы отнять. Ага. Все, я понял. А то я первые два ящика разбил, думаю, где же ее искать тогда. А вот еще два ящика, а тут оказывается вообще проход. Все куда проще. Как-то тяжело стало передвигаться. Че это с ним? Очкари-то так-то у нас хворый. Может, он типа намекает, что скоро ласты склеит. К статуе центральной, наверное, мы попозже пойдем. Хотя, блин, тут столько чего-то всякого. В этом мире столько всякого. Тушки. А чё? О, тут еще банули. Это мое. Я только на рынке уже 4000 собрал. Если я не ошибаюсь, там вот за воротами какая-то лютая ебака будет. Типа оборотня или что-то такое, если мне память не подводит. Я очень смутно помню. Но что-то такое было. Там то ли оборотень какой-то. Ну не знаю. Что-то очень прыгучее и злое. Статуи сундук я видел. Я вот когда сюда подошел, одним глазом заметил. Как сапер прям открываешь. 8 штук, кстати. Давай-ка мы еще болтов. Карбон, оп. Сколько стоит этот? 2 штуки, да? Больше мне ни на что не хватает. Не хватает, слушай. Давай разровную. Вот так. Балдеж. Сейчас как будем взрывать.
Я бы еще здесь статуэточку бы заныкал. Для самых внимательных малышей. Так, давай. Какие ворота? А, мы с этих спустились, но не в другие, противоположные. Кстати, вот здесь еще же можно зайти вот в это здание. Попробовать, по крайней мере. Что там? 5 деталей замораживающие. Я даже просто пока не знаю, куда его применить-то адекватно, чтобы делать такие болты. А, сюда не попасть. Понял, принял. В принципе, наверное, криоболт можно везде применить. А я их так расточительно тут швырял на обычных бомжей. Ладно. Как говорится, что проебано да прохуячено, то на дело потрачено. Хорошо. Что там у меня в арсенале-то? 4 гарпуна. А чё, собакин прям за этими, да, воротами? Ну, давай. Не, он дальше. Во-во-во, как-то после катсцены, по-моему. Еще дальше он будет в следующем помещении, короче. Как думаешь, где мы? Скорее уж, не где, а когда. Дома какие-то средневековые. Да, но тут электричество, лифты. Так не бывает. Будто чьи-то отрывочные воспоминания. Кстати, в четвертом Resident был вот такой знак. Он был в какой-то головоломке, и потом он был, по-моему, на каких-то дверях нарисован. Я точно помню, что я его где-то видел. Давай, выплевывай себе эту скверну. Поблю, легче Черт. Станет. Давай зайдем сюда. Еще дальше собака будет. Другой, да? Помнишь, что вот там какой-то ромбик сверху на палочке? Что-то такое прям. Собака будет дальше. Я сначала тех должен убить, которые вот забрались. Мне сейчас их показали. Занимаешься все тем же, сэр? На каких-то могилах там или что-то такое стоят. Случая... Ну, пистолет к виску я не представлял. Нет, конечно. Просто потихоньку лез в бутылку. Все мы не ангелы. Работе это не мешало. Но ты же читал рапорт ОВР. Я пожаловался на тебя не потому, что боялся за работу, Себастьян. А почему тогда? Гигант. Блин, такой убогий был. Некогда разбираться. Мне нужен напарник. Такое ощущение, что это... Я рассчитываю на тебя. Да-да-да, Эль Гиганта был. Такое ощущение, что его выдернули из какой-то другой игры вообще. Нашел что-нибудь? Возможно. Тут сплошь какие-то символы. Сектанты, что ли? Может, не будем терять возможность собрать хилку. Я вроде в порядке. Пойдем дальше. Ну, я когда еще давным-давно проходил первый раз этот резик, тоже до конца я его тогда не осилил. Вот, по мне так он, блин, очень был сложным. Ну, потом, да, с годами уже как-то и тактикой думается лучше. Вот, я его уже потом без проблем прошел. Но все равно мне показалось четвертый резик очень затянутой игрой. Я ее прям проходил на PS2 оригинальный. Диск себе заболванил. Тудым-сюдым. Но когда первый раз я пытался пройти четвертый Resident Evil, он был на ПК. Там еще какой-то уродский был порт. Тоже было очень неудобно играть, по-моему, с клавом. На клаве вот именно управление было хреновое. Так, пойдем ключи, наверное, реализуем, да?
И у меня еще тут немножко есть дробаша. Так, эти я вскрыл. Ну, давай с верхнего просто начнем. Чик. Не могу вспомнить, у меня озвучка какая была. Может, субтитры даже просто были. Но вот уже когда я болванил диск, наверное, озвучка уже была. Да, конечно, озвучка была. Но я помню, что прям прописывал эту болванку. Там еще скорость поменьше делаешь, чтобы она записывалась адекватно. Я на ноуте писал. Да. А этот, как его, саму консоль я подключал к телеку. Ну, там уже HDMI-то не было. Мне приходилось колокольчики запихивать в SCART-переходник, и потом SCART-переходник вхерачил уже в телек. И тогда он уже нормально, адекватно читался. Тут хотел третью плойку через карту захвата подключить. Хрен там плавал. HDCP этот запрет стоит, и все, барсик. Третья плойка отменяется пока что. Я думал с нее постримить какие-нибудь игрульки. Погоди, сейчас я залезу и попробую осмотреться. Ты в порядке? Да. Да, сейчас бы такие цены на диски. Эй, это 150-200 рублей, да? С кем это она? Да ладно, чё, очка Рита всех раскидал, что ли? Смотри, что я нашел. Вроде должно еще стрелять. Иди вперед, я тебя прикрою. Это мне игра легко напомянула, ну этот, как его, намекнула, что мне тут типа нихер делать, да? Ну я хочу вот сюда вернуться. Чтобы что, понятно. Бля, ну Сёба, конечно, выдыхается просто. Зачем ему сделали такую коротенькую дыхалку, я не понимаю. 6 секунд, вот я его прокачал. 6 секунд, мать его. Очкарида, ты стрельнуть-то не хочешь? Он как бы там. Ну и падла-то, очкарик. Ай, ладно. Ну-ка попробуем вот так. Смотрите, они вооружены. Да ладно, он сообразил, что ли? А ты-то не вооружен? Спасибо, блядь, наконец-то. Все, грохнул. Благодарю. Я вот не знаю, стоит ли их сжигать. Они же как бы вряд ли встанут. Хотя, я их просто не вижу. Когда я сам им башку отстреливаю, то они как бы норм. Я уже знаю то, что они не встают. Сжигать? Ну давай спалим. Первого, кому я могу сжечь, это вот этого. Да, он бы встал обязательно. А к чему мне это прям показали? О, очкарик, спасибо. Как она мне пендали отвесил поджопника такого. Просто как шнырю, блядь. Комарохи. Все, он всех перебил. Молодец какой. И за это все действие мне... Сколько? Пятихаточку отстегнули. Нормально. Да. Поджопника я прикольного получил. Ну все, я больше тут сжечь не буду ни хрена.
Они вот мне прям показали то, что этот урод встал на кнопку и все как бы заработало. Себастьян, ага. Ты должен выйти на тропинку, которая ведет к церкви. Иди вперед, я тебя прикрою. Сейчас выйду, подожди. Чего орать-то? А вот то, что там хрюкает где-то неподалеку, вот мне совсем не нравится. Не, патроны для дробовика не зря дают. Эль-гиганта. Давай, наверное, пистолетом. Не, гарпуном. Я хочу гарпуном попользоваться. Там подушечку для иголок сделаем из него. Это твой шанс, прикончи его. А твой, блядь, не шанс? А все? Подожди, нет, не все. У него в шее что-то застряло. Четыре гарпуна, и он лег. Блять, еще один. Вот это вот отстой, конечно. Может быть, текать надо отсюда? Надо как-то разбить. Подожди, взрывной болт тут не зря. Блять, опять поджопника получил. Ну-ка, иди сюда, мистер. Мы будем взрываться вместе. Хотя нет, я передумал. Будем так поступать. Быстрее! Ай-яй-яй-яй-яй! Я не успел. Сейчас, секунду, мне не отвлечься, просто я прочитаю сейчас сообщение. Напряженный момент. Почему у меня, кстати, прицел сейчас? Потому что не заряжен болт. Я успел. Ладно, они хоть не больно бьются, на Акуму я бы подох уже, как собака просто. Блядь, я не попал, да? Очкари-то ты действовать-то не хочешь? Вот, слава богу, догадался. Ну, я не знаю, по-моему, не стоит его поджигать. Черт, тупик. Поищу другой маршрут. Да, куча патронов встретимся пропадает. Есть место, где от них прятаться. А где такое место? Игра, наверное, рассчитывала то, что я буду больше дробовиком пользоваться. Но болты лучше. Давай тогда дробовиком попользуемся немножко. Раз уж они настаивают. Сейчас я чуть-чуть шаранусь. А то хилку уж точно пропускать не хочется. Это звук странный. Так. Эти руины не совсем пойму. Это лабиринт, что ли? Очкарик что-то это пошел против системы, да? Ну да, с болтами-то куда удобней. Есть пятачок. Пятачок, неси ружье. Так, записка с кладбища. Волт, я пошел вызволять Дону. Я знаю, как попасть в волчье логово, так что я ее там не брошу. За мной не ходи, позаботься о семье. Я приведу Дону, Даниил. Погоди, в том доме что-то было написано про коней. Где прятаться надо, есть предметы? Вот это уже интересно. Что за предметы? Я тогда пока спускаться думаю, там не буду. Вниз. Видимо, да. Да, давай я назад схожу. Сейчас. Если мне это разрешат вообще сделать. А то тут пока глюки там туда-сюда. Почему у меня постоянно в этой комнате появляет? В смысле? Что хотят от меня? То я
палате оказываюсь. Теперь уже дважды вот тут. Дамочка, вы не в курсе, что происходит? Не, подожди, надо сначала качнуться. 13 тысяч-то надо куда-то потратить. Все, не дадут. Ну вот. Так и знал то, что нехер к качкарику подходить. Пам. 15 тысяч, охренеть. Ладно, гулять-то гулять. Давай, короче, корчнем мы вот это дело. Пятера, да? Урон в рукопашный нет. Давай хотя бы здесь что-то посмотрим. Скорострельность. Да. Я думаю, это будет неплохо. Пойдет. Ну вот, Танька, короче, мне все испортила. Ох уж эти танки. Ничего. Все равно больше положенного у тебя в карманах не влезет, как ни крути. Ладно, запас тогда я качну потом уже. Я там, получается, вперед, вот в этом лабиринте, я вперед чуть-чуть не пробежал, там было целый этот... Целая площадка большая. Ты в порядке? Ты в каком-то коридоре с этими двумя уродами там бился. Обо мне не беспокойся. Качнем. Тут, в принципе, особо с прокачкой-то, не знаю. Я бы не сказал, что балуют. Это чтобы специально survival у тебя работал. Чтоб ты этот с поджатой сикой тут бегал и экономил всю игру патронов. Кстати, о птичках. Блять, тихо, он успел поставиться? Я походу хилку израсходовал одну. Но это не точно. Ладно, будем надеяться, что нет. Как ты таки? Подобная картина была, по-моему, в Silent Hill. 3, 9, 7 и пятерка зачеркнута. Тут статуэтка есть. Слева двигаются тела, есть статуэтка. Она прям на нем или в нем. Ага, вот здесь надо подождать, короче. Понял, принял. Я шмальнем. Меня просто с толку немного сбили вот эти цифры, которые на стенке. Это что, какая-то головоломка? Вот она. В смысле она не разбивается? Вы что делаете? Пизда, я патронов потратил на эту херню. Сколько раз нужно было попасть в нее? Как думаешь, что это за цифры? Для меня это ничего не значит. А должно? Секунду, я что-то такое записывал. Точность у меня, по-моему, максимально прокачана. Похоже, эти жертвы нужно опустить на соответствующие. Если нет, то близко к идеалу, скажем так. Я прокачивал точность пистолета, и это не помогло ни хрена. Опа, гарпунчики. Гарпуны — это хорошо. Эти. Тысяча целая. Тыща. Так, что-то я, блин, кстати, прослушал, что очкари-то там болтал.
Надо в последовательности определенные рычаги дернуть, да? И тогда это откроется. А, бля, ну один в один загадка первого Silent Hill, кстати. Там нужно было поворачивать рычагами такой же проход, такой как в метро, короче. Там они открывались вот такие, как объяснить-то, трубы были тоже в проходе. Нужно было в определенной последовательности рычаги дергать. Короче, 3, 5, 7. Ну, давай тройку дерну. А подожди, а как я тройку дерну? И тут рычаг сломан. Допустим. Это что, вся загадка? Серьезно? Ну, я, короче, ее наугад решил. Я посмотрел просто на тройке, если рычага нету, просто пойдем дернем что-то, то, что есть. Здорово, Даман. Ну я уже наслышан то, что вторая часть. Стоит осмотреться. Ага. Значит, пятерка не пашет. Возможно, надо челика отстрелить. Возможно, здесь стоит осмотреться. Угу. Нет, но если у тебя 5 зачеркнуто, 9 и 3, ну, блин, оба вариантов нету, давай семерку дергаем. Кстати, где она? Вот она. Может, какая-то фишка еще с цепями? Типа цепи надо отстреливать. Возможно, здесь стоит осмотреть. Блядь. Вторая часть прям резик-резик, который из последних. Который имеется в виду второй? Или последний, который из пятых-шестых? Надо положить, короче говоря, все вот эти вот... А, ну третий, тогда все понятно. Третий у тебя сломан, потому что он, на нем уже лежит кто-то. Теперь на пятый. Давай. Оп. Короче, понятно. Второй резик, он хорош. Прям, они же из-за него решили сделать ремейк Silent Hill 2. Там же. Подожди. Почему нельзя сломать его? Так, ладно. Тройка, пятерка есть, давай девятку. Я думал то, что надо этих, ну, мешки эти оставить там же. Ну все, теперь заработал. Теперь заработал. Я думал, надо цепи было перебивать еще. Все сделал правильно. Эти сейчас повстают еще стопудово. Это их больно много. Ну пока никого жечь нельзя, так что нет, они, наверное, не встанут. Полезли, короче, в этот лифт. А, да? Вот я говорю то, что я проболтал, он же мне говорил то, что делать. Ну, это несложная загадка, слава богу. То можно было бы тут встрять.
Мы же только что по подземельям шароявились. Кстати, я совсем забыл про собаку. Она же еще не появлялась. Точно все? Все заряжено. Первая записка из лаборатории на кладбище. Наверное, сам Господь пожелал, чтобы эти сироты-близнецы выжили. Их крестили и дали лекарства. Ноин и его брат Цейн быстро поправились, но также быстро начали меняться. Конечно, они близнецы, но по какой-то причине их паттерны роста совершенно идентичны. 12 часов после введения сыворотки. Ноин 122,4 сантиметра. Ну, короче, этот Цейн такой же, температура поднимается, боль в нижних конечностях. 24 часа после введения сыворотки, ну, на 3 сантиметра они прибавили килограмм веса. Жизненно важные функции стабилизировались с 5 урывками. 36 часов, ну, 5 килограмм плюсом и почти 10 сантиметров роста. В полубессознательном состоянии разговаривает с воображаемым собеседником. Ну, тут прям резидент прям... Вот чувствуется, что там же такие же даже записки были, и то, что как мутации происходили, вот прям очень отдает. 48 часов после введения сыворотки, 145,7 сантиметров, возбуждены, примерно успокаивающие. Ага. Но они продолжили дальше мутировать, это определенно. Короче, шарикова из них сделали. Абрвалк. Потом на балалайке песня рал. Хорошо же то, что новые игроки потянулись. Вот мне, правда, третий не особо зашел. Он как бы неплох, но такое ощущение, что третью часть... Да, создателей же. Тоже от Evil Within со второго подтянулись ребята. Ой, со второго вообще, в принципе, с Resident Evil. Третья часть, она неплохая, но такое ощущение, что ее третью часть, ремейк третьей части, на сдачу сделали. Хотя он примерно такой же по длине был, как вторая часть. Вот, третий потому что короткий, как бы. Там же можно было еще куча всего сделать. Они просто не запарились вообще. Вторая записка. Раз в месяц у каменного саркофага, который владелец называет алтарем, раскладывают приношения. 2 трупа, 4 трупа, 3 трупа, 5 трупов, 4 трупа, 7 трупов, 6 трупов. Что-то мне сдается, это код. Возможно. Давай-ка мы его запишем. 2, 4, 3, 5, 4, 7, 6. Церковный сторожевой пес начал меняться, как у близнецов у него прогрессирует аберрация. Кстати, кто знает, что такое аберрация? Кстати, ну, Немезида-то еще ладно, в принципе. Я бы не сказал, я даже не заметил, тупой он или нет. Я просто его прошел как вот так вот, в коридор, короче. Третью часть и все. Я ее практически не заметил. Там что-то один в одном месте как-то застрял, у меня игра, по-моему, заглючила. У меня босс по арене вот так вот носился вокруг меня и не нападал. Так, аберрация. Неизвестно, что такое. Сегодня он сожрал 6 трупов и уже воет, требуя добавки. Я не смею отвести взгляда от зверя. Он может подумать, что я еще одно жертвоприношение. Прям собака Баскервилля. Кстати, хорошая игра Tormented Souls. Мне вот она понравилась. Прям вот классика дает хорошо. И управление как раз там кривоватенькое. Но я его прошел прям с удовольствием. С одной загадкой, правда, музыкальной долго просидел. Так, а мне? Ага. Игра ведет туда. Но. Для начала давай-ка мы сломаем вот эти вот стенки. Да, на что я надеялся. Ах, раз два, она не взорвется. Гранату можешь воронуть.
Давай, в принципе, я все равно гранатами не пользуюсь. Я думаю, она пригодится. К тому же у меня их 4 штуки. Ну-ка, очкарик. Отодвинься. А второй части нету Tormented Souls. Будем надеяться. Твою мать. Это что, бронированная? Короче, она по скрипту работает. Я понял. Дробаш. Ты, наверное, имеешь в виду Tormented Fathers. Там, где бабы одноглазые играешь. Я вот про нее. Короче, есть квест, который ты одноглазой бабой играешь в стиле первого резидента. А есть, короче, Tormented Fathers. Она... Ну, что-то вроде пряток от сталкеров, как бы там дед за тобой охотится, который все время думал, то, что он девочка, или наоборот, как-то так. Ну, тоже забавная игра. Evil Within 1 есть со ссылочки к Резику. Ну, я не удивлен, кстати. Первая, где встреча с зомби. Да, кстати. Зомби поворачивает голову, как в первой части, точнее. Вторая, где встречаем брата доктора, он производит какие-то чешутся. А вот это я, кстати, не помню. Тот момент там, где про доктора, что-то не помню. Просто стоит. А кто у нас еще чесался? В каком резике? Нам туда надо, но я сначала хочу вот до конца этого коридора пробежать. Все понятно. Я с другой стороны. Это куда я гранату только что потратил. А. Вот эту я не видел вообще. Просто Tormented называется. Можешь это открыть. Тогда не видел. Ну это где вид из глаз, да? Что-то такое, блин, может быть даже видел. О, симпатяга какой. Очкариком утащил. Чё, болты, наверное, сначала? Только не вспышка. Давай хоть так. Доктор, я вас вижу. Бля, я даже не посмотрел, как он взрывается. Ну. Сёба, ну ты вообще не вовремя. Возле жив... А животное на меня как бы особо внимания, я смотрю, не это. Кусты, конечно, тут полный балдеж просто. Все, у меня болты закончились. Давай тогда на дробаш что делать. Что там? На него не кидай разболт. Он их сбрасывает. Вот не знаю. Первый прилип вроде норм. И все, псина сдохла. Бля, когда я первый раз пытался пройти эту игру, она... Джозеф. Я долго с этим тварью бегал и не мог его пройти, а тут нормально. И даже взрывчатка прилипла. Видимо, я в бок ему попал, поэтому там больше объем, как бы. Наверное. Ну, видишь,
тут с этим, как у вас, очкариком не получилось взрывчатку применить. Что? Хотя бы к этому прилипло. Я там очки уронил. Блин. Его очки забыл. Иди, забирай. А теперь болтов-то у нас нет. Подожди. Оп. Можно еще протиснуться. Давай-ка за очками сходим. Подожди. Можно ли я не из чего делать? Печалька. Ладно. Пользуем дробовик, что делать? Себастьян, я отвлеку его. Надо Себастьяна сделать. Я его прям завалить хочу. В жопу. Стёба, давай-ка не подведи. Надо же, он меня даже ни разу не задел. Балдёж. Ну сколько? 4 патрона эта курва обошлась. Ну, я замочил. Плохой пес. Плохой пес. Как пафосно. Да, можно достаточно, наверное, сюда забежать, просто забрать очки, как бы, и все. Ничего он тебе не сделает. Но. Потешить, так сказать, свое самолюбие. Попользоваться дробовиком в какой-то веке. Убить две таких сволочи. Ну, ладно. Очки-то я взял. Бля, вот деревья, по-моему, это самое бесявое, что тут может быть. Вот в этой комнате. Ну, деревья и дыхалка Сёбы. Это прям вообще. Очки Джозеф. Эти очки Джозеф начал досить еще до Севзакос с Себастьяном. Понятно. Интересно, почему я пытался пародировать голос Володарского? Или Гаврилов, кто у нас там? Сильно гнусавил. Вообще, по-моему, гнусавило что-то 90% извини, переводчиков. Я без них не просто слепой. Хотя они нормально в жизни ну, разговаривают. Там фишка нет, была, по-моему, хорошо. В пленке. Давай искать Кидман. На которую записывался звук. Поэтому казалось то, что все гнусавят. Все тут... А вот бочечка. Оп. Зеленочки чуть-чуть. Что-то я пропустил, о чем они говорили. Джозеф, и все это из-за каких-то очков. Вот до сюда я проходил эту игру, кстати. Оба раза. Я, наверное, на собаках не мог. Кто у нас Гаврилов, Володарский был. Блин, а вот еще. Там уже их много было вообще. Но основные, по-моему, штук 5. Я как-то смотрел просто документалку где-то месяц назад. Вот до сюда я эту игру проходил. Где-то месяц назад смотрел документалку про советских переводчиков. Ну как советских, русских уже. Вот. Ну и они давали интервью, там рассказывали, как им приходилось работать. Молодцы, хорошо старались. Столько фильмов перевести, не каждый сдержит. Вот это я уже не видел в этой игре. Я думал, мне почему-то тогда казалось, то, что я больше прошел эпизодов. Оказывается, сколько? Штук 7, наверное. Половину игры я прошел всего лишь. Это где-то рядом. Все хорошо, я здесь. Никто... Она за стенкой. Ой, и этот тоже человек дождя там. Не убегай от меня, один ты не выберешься. За решеточкой. Карта. Куски карты собираю, но не знаю, для чего они. Эй, Джозеф, ты меня слышишь? Себастьян,
Тебе когда-нибудь хотелось просто прыгнуть? С высоты, например? Или под поезд? Представь, что это одолевает тебя целую минуту. Потом две. Ты трижды побеждал эту дрянь, Джозеф. Ты знаешь, как ее остановить. Ты меня не слушаешь. Дело не в том, что я не могу ее остановить, Сэп. Беда в том, что я не хочу этого делать. Да ладно. Честно, а что это, очкарик бунтарь у нас? Я не знаю почему. А, ну я уже, наверное, не соберу. Это желание очень. Я всего три плитки, по-моему, нашел. Оно как за 7 эпизодов. И становится все сильнее. Это, наверное, на вторую проходку. Ну да, МГ плюс. Да ладно. Я не думаю, что эта игра настолько сложная, что. Будет немного. Но раньше она казалась капец какая сложная вообще. Наверное, прохождение каких-то Dark Souls'ов, ну и просто в целом опыт. Дали о себе знать. А Рувик-то у нас Гарри Поттер прям. Здесь все летают. А чё очкарика в воздух не подняла? Потому что он вырубился? Тут часто, кстати, вот меняют пространство, ну, как в этом. Тут летишь вниз, а хотя это пол являлся. Не могу вспомнить, в какой-то игре это было. Ну а что поделать? Местами, тронет, местами. Тронет, тронет, тронет. Нужно искать. Но по крайней мере она много кому понравилась, хоть и такая, как бы она кривоватенькая, криповая там и так далее. Все равно, наверное, из, ну, на тот момент, когда она вышла, 14-й год, по-моему. Она зашла еще потому, что особо ничего такого-то и не выходило. Мне кажется, так. То есть тут все в совокупности факторы сыграли одновременно. Тихо, тихо, тихо. К тому же они ж потом еще вторую часть замутили. А так, ну, не каждым проектом зеленый свет дают. Так что. Да, есть нюансы. А у каких игр нет нюансов? Вот я вот, правда, нельзя назвать. Ну, не бывает идеальных игр. Все с какой-то херосой. У всех чего-то да не достает, как бы. Нельзя так, чтобы всем все понравилось. Идеальную игру сделать. Я думаю, да. Вторая, естественно, будет уже, знаешь, такая более отполированная, осознанная, более что хотят эти разработчики. Может быть, знаешь, они первую часть когда делали, такие, ну, блядь, давно что-то у нас по хоррорам ничего такого путевого не выходило. Давай сделаем, если зайдет, то зайдет, если нет, то нет. Как бы мы особо в минусе не останемся, потому что я не думаю, что Evil Within прям жесткое, ну, большой, как бы, большое финансирование получила. Поэтому она как бы консольная же вообще сначала эксклюзивом была. По-моему, даже если я не ошибаюсь, продолжительное время. Она выходила же сначала только на консолях. Потом ее на ПК еще через жопу портировали, кстати. Поэтому вот я этот, и маюсь. True, Fair, Force.
Толкин. Стол. Что это такое? Вот я имею в виду. Я потом после стрима гляну это название, что за игра такая. Так, ну вроде все, горшки я все разбил. Патроны больше у меня не улезают. Тихо. Вот еще горшки. Пять тысяч. Что-то как-то это, как его, зеленкой уже перестали баловать, правда. До этого больше давали. Прикольный квест, ужастик. Ну, глянем. Геймплей посмотреть так чисто, почему бы нет. Может, по стелсу? Или уже все, игра передумала быть таковой? Понятно. Меня уже спалили. Падре. Давайте вы кучненько как-то встанете вот так вот. Вот, примерно. И палим сразу. Оп. Под жигульки. Фонарь стелси выключать. Точно. Давай, потихо. Чтоб главное, чтобы даже мышь не пернула. Да хера с два, он меня видит. А ходить он будет? Он, наверное, услышал уже какую-то возню и все. Ну-ка. Нет. Как он смешно брызнул мозгами. Раскинул мозгами. Так, давай, перезарядочка. О. Кстати, довольно-таки экономненько я этих товарищей прошел. Могло быть и хуже. Давай, наверное, повоюем. Что тут уже? Стелс, по-моему, уже такой. На второй план отходит. Как-то все. Более экшовости добавляется. Ну, типа, знаешь, там ты стелсом наигрался, короче, в начале игры. Давай-ка ты это. Побольше постреляешь. Ну, старое зато всегда лучше, чем новое. Что такое? Ключик какой-то. Бля, надо было сначала ту комнату смотреть. Кажется, отходит. Так, Сёба, подожди, ты кнопки жать. Я еще в той комнате. А, нет. Чё, старая литография. Эта литография была извлечена из каменной двери. Видимо, она использовалась как ключ. Что там происходит? Где-то там что-то где-то отодвинулось или открылось. Но явно не тут. Кстати, еще надо будет как-нибудь в Лару Крофт поиграть. Вообще ни одну часть не проходил. Знаю, что была на плойке. И тут как-то в Epic Games раздавали. В прошлом году все трилогии из новых. Так-то раньше Ларка топчиком считалась. Ну, типа, на безрыбье. Записка из катакомб. На помощь, стук металла, он идет. Я бегу, но он идет за мной. Помогите, о боже, помогите, помогите, помогите. А остальные там части же выходили. Там вся трилогия, говорят, типа, ну, норм. Кстати, вот такого чувака я в этой игре еще не видел. Я знаю, что он будет. Тут замена пирамид хеда, короче. Вот этот хер с башкой на этом. Сейфом на голове. Ну вот здесь уже я не играл точно. Вот как в ворота вот эти большие я зашел после собак. Я уже не видел эту игру.
На первой плойке там еще, помню, до сих пор сейчас косплеи такие делают, то, что баба с квадратными сиськами, точнее, с треугольными. Да. Я помню, в журнале еще какой-то видел картинку, что ли. Или постер у кого-то на стене висел, что-то в детстве. Лара Крофт первой, по-моему. Как-то так. А, черт. Я вот думаю попробовать пройти. Короче говоря, то, что Лара Крофт Legendary. Прикольная. А, по-моему, что-то там про темный мир. И вот эта трилогия из новых. Все остальное, как бы, это уже чисто на любителя. По-моему, Legendary это и есть ремейк первой части. Вот. Только более осознанный такой. И выходил он вроде на Карабоксе. Ну, на Карабоксе, на плойке, вот эти вот предыдущие поколения консолей. Даже предпредыдущие. Ебать, как время летит. Так, давай, сохранимся. Я не знаю, у меня тут особо-то качать нечего. 7000, блин. Давай, наверное, мы пособираем бабло. Пособираем бабло. Прокачаемся потом. Я сейчас просто зайду и сохранить. Поздравления с рождением Лили. Мы приветствуем Лили Лин Кастеланос, родившуюся 18 июля 2006 года в 9:56 утра. Вес 7 фунтов, 3 унции, рост 14 дюймов. Счастливые родители Себастьян и Майра Кастеланос. Ура! Ну... хоть какая-то пародия. Они, наверное, просто хотели сделать хоть кого-то узнаваемо похожим. Поэтому. Кстати, Пирамид Хэт, по-моему, в играх самый злодей такой узнаваемый в мире. Ну, в смысле, вообще за всю историю игр, если я не ошибаюсь. Под церковью найдены катакомбы. Пастор заявляет, беспокоиться не о чем. Кто поддерживал там порядок? Рабочие, ремонтировавшие провалившийся пол, обнаружили под церковью Седер Хилл. Подземные ходы утверждают, что видели мумии. Священник не пускает в церковь, историков утверждает, что это было святотатство. Я вижу, вы беспокойная натура. Да, вообще кошмар. Удымимся, дым, шастаем. Спать медички мешаем. А, сидит на ресепшене. Так, я верхний, да, открывал? Ну давай сразу же. Этот болт мне не нужен. Возьмем? Че? Да? Пригодится, а вдруг? А у меня два ключа, что ли? Ну, два, так два. Че зеленка? Сколько? 7000. Кого делов? Ну, а я не удивлен, то, что он стал классикой. Сейчас, в принципе, уже игры с третьей плойки и Карабокса уже ретро считаются. А тут, считай, ретро-ретро, прям четвертая классика. Я не удивлен, правда. Все, что уже... Сколько игре? Она четвертого года. Игре 20 лет. Надо думать. Так, запас, запас чего-нибудь, болтов максимально. Что-то я хотел кого-то запас про чего-то прокачать, я не помню, блядь. Так и в моем сознании это не так. В моем сознании это вот было, ну, блин, я не знаю, года два назад я проходил четвертый резик, когда он только вышел. Это патроны для дробовика. Ну, болты явно уже максимальные, шприцы. Давай патроны, наверное. Дробовик штука полезная.
пусть так будет. У меня еще 2500 есть. Лет 7? Не, у меня почему-то поменьше. Лет 7 это Дэнди, короче. Сидел, лобал. Шприцы, может быть. Ну давай, и шприцы бахнем. Тут их всего по два как-то. И сохранимся заодно. Так. А как я в эту комнату попал? Вот отсюда? Да. Значит, отсюда заходишь. Вот этот ящик. Тут надо 3 маски, что ли, вставить. Вот, одну. Подходит. Она откроет предыдущие двери. Дай-ка угадаю, да? И потом... хочешь там, бери маску. Ну, пойдем налево. Кстати, такая фишка тоже часто в играх встречается. Типа, вот тебе несколько развилок, и ты должен, как бы, пройти там. Поочередно все комнаты зачистить. Чик. Чик. Прям как я на старой работе вентиля крутил. Не вентиля, точнее, а задвижки. Вот справа там статуэтка. Ну-ка, давай не будем упускать возможности взять ее. Значит, получается, что, правый ход тут тупиковый? А я думал, хочешь направо сходишь, там, типа, такая же развилка будет. Ладно, пока есть возможность, давай сбегаем назад. Подожди-ка. Ловушка. Нажимаешь на рычаг, встаешь на платформу и поднимаешься. Че? Осмотрись поточнее, как этот механизм вообще работает. Если я сюда зайду. Да, нормально. Этот таракан. Не убил, и то, слава богу. Он живет за мой счет. За счет моей работы. Тут что? Тут тоже. Мы сейчас будем. Бля. Однако сейчас на это нет времени. И все, назад никак. Так близка. Вашу мамашу. Не должны достаться никому. Бля, ну побежали, что делать. Тихо, тихо, тихо. Я думал, эта комната, короче, она тупиковая, как бы, а тут оказывается одна, типа, комната испытания, а другая комната уже не испытание. Ну, типа, тут, наверное, в другую, налево, если идти, то там просто надо будет пострелять. Вот сейчас как-то не понял. Очень интересно. Подожди, а может не стрелять надо? Ладно. Особо рычагов я тут не вижу. Хорошо, потом заберу. Тут надо по ним шмалять, что ли? Тихо. Все. И теперь медленно. Кто-то на меня взгрит. Ага. Как мне можно эту дверь открыть быстро? Эй,
Оно не открывается. Блять. Долго целился. Да пошел ты нахер. Вот так. Еле завалил его. Все испытание? Не, я сомневаюсь. Просто так мне кусок маски не отдадут. Спокойствие. Аккуратненько себя ведем. Двенадцать штук надо бы. Надо бы как-нибудь сделать. Наверняка это ловушка. Ну, естественно. Давай болты сделаем. Так, вспышка нет. Гарпун, да? Тихо. Не та кнопочка. Гарпун. Оп. Максималка. Зажигательный нет, давай взрывной. Я его качал. Все. Вот так. Давай, счастливо. Увидимся. Чик. Там еще кто-то ходит. Ну-ка. Оп. Кто-то же есть тут, наверное, с правой стороны. Это ты? Я думаю, все равно он меня заметит. При любом раскладе. Его как-то можно сжечь? Нет, не получится. И хера его отнесло просто. Все это вся ловушка, о которой говорили? Я думал, сейчас что-то со мной неимоверное произойдет вообще. Хер, раз, два. Почему закрыто? Может быть, она так работает? Нет. Ну и наверх смысла нет подниматься. Ладно. Походу, это вся великая ловушка. О! А вот сейчас побыстрее бы надо. Ну как? А как мне не попасть под них? Шикардос. Так. Они же за мной не пойдут, правильно? Только вот тут. Что-то я не могу сообразить, как бы их треснуть-то. Не работает? Работает. Так, давай еще раз. Дубль 2. Мужики. Вот, давай, вот в эту сторону. Теперь назад. По-моему, мне дешевле было их так перебить. Ладно. Давай-ка полечимся. Ну-ка, ребят. Давайте-ка. Оп. Да ладно, по одному, что ли, мы с вами воевать будем? Чё-то не очень. Хотя, дешевле по одному патрону на одного тратить. Давай, он прям жаждет.
двоих зацепило. Балдеж. Ну все, теперь точно все. Интересно, я сюда встану, если. Оп. Оп. И вот так. Все. Не густо, кстати, всего сотню зеленки дали. Могли бы и больше. А эта дверь больше не работает? Работает. Подожди. Комната тупиковая? Нет. Еще какой-то спуск есть. Что-то... О, понятно, загазованность. А загазованность, наверное, потому что я там в первой комнате газ не включил. Хотя, подожди, нет. Отключил. Сейчас посмотрим, как это работает, что они от меня хотят-то. Он же не должен, я думаю, противогаз прям найти в соседней, в соседнем этой комнате. Скорее всего, надо просто вентиль какой-то покрутить. Что здесь? Понятно. Здравствуйте. Еще? Ну, пока он дойдет, я хоть осмотрюсь. Кстати, точняк, они же плюются у нас. Он еще живой. Ты смотри, какая сволочь. Все? Кончился. Бля, из-за него вообще ничего не дали. Подожди. А если я это включу? Что будет? Ага, и вон там проход. Сейчас мы масочку заберем и потом туда поднимемся. Еще надо где-то статуэтку посмотреть. Максимум. Это мое. И граната. Ключик. Но это место статуэтки мне дали. За прохождение сейной комнаты. Все, мне просто назад. Подожди, а как через шипы? А ну стой. А, вот он проход, он сам по себе открылся. Тю. Так. Право, если мы идем от комнаты сохранения вот тут, у нас должна быть статуэтка. Надо дернуть рычаг там что-то. Где-то встать на платформу. Давай посмотрим для начала, как она работает. Ага. Так. Я что-то не вижу никаких статуэток. Я буду присматриваться в темноту. Может быть, она где-то на уровне? Не вижу.
Так, давай сверху еще раз. Но наверху тут потолок, как бы. Не, наверху ничего. Наверху статуэток нет. Так, если на уровень свой смотрим. Типа уровень глаз. Тоже нет. Хер знает, я не вижу, короче. Нигде эту статуэтку. Ну ладно. Пробежим сейчас, давай. Следующее это. Половину подземелья. Не знаю, не вижу, правда, статуэтку. Ладно, хрен бы с ней. Ну сёба, ну что ты? Я думаю, что успеем достать. Осталось другое. Одна. И потом на сохранение. И будем закругляться. Здрасте. Я думал, растяжка какая-то висит. Там и тот еще упадет. О. Ну-ка. А его тоже так сделают? Ладно, его не зажало особо. Тихо, через решетку. Я могу в него стрелять? Мистер. Так, пока он за решеткой, менее опасно. Потому что точно. Как открыть можно? Во. Вроде все. Давай, следующее. Надо же как-то получается быстро пробежать. Кто меня видит? Кто-то видит меня. Почему я его не вижу? Ладно. Опа, я увидел шипы. Ну-ка, давай быстренько. Оп, проскочили. Подожди, рано. Шесть штучек. Дорогая, я дома. Так, ну топор нет. Топор не будем использовать. Давай ниже спустимся. Кто из них опасен? Более. Нет. Давай так. Так, надежда. Все, все закончились. Комплексно так тут. Замочил их. Это все?
Надеюсь, что в этой камере больше никто нападать на меня не будет. Без сюрпризов обойдемся. Так, ну тут сам Бог велел полечиться уже тогда. А то и дважды. Не, второй раз не буду. Ставим. Кстати, их тут можно было как-то придавить. Там я наверху шипы увидел. А, вот так вот и можно было. Хорошо. Что за стульчик такой? Тихо. Запчасти-то нужны. Надо болтов налепить по-быстрому. Так, это что у нас? Гарпун, да? Делаем. Раз, два, три, четыре. Стой. Еще есть запчасти. Мы сейчас еще взрывных делаем. Вот так. Вот теперь хорошечно. Сейчас, ну, не зря у нас вот этот сейф сейчас шевелился. Возможно, мы сейчас с этим уродом первый раз встретимся. Да. Пирамид Хэт. Так, давай газ отключать. Да, Сёба, ты не отходи далеко-то. Давай, давай, крутим, крутим. Это все? Нет, все равно уровень газа растет. Тихо, мужик, пропусти меня. Он не сдох? Он не сдох. Давай дальше крутим. А сколько у вас, через сколько труп у нас будет газ-то подаваться? Все. Всего две. Не густо. Стой. По-моему, с этого еще может что-то выпасть. О. Сейчас бы 200 зеленки пропустил. Так, ну еще 8 патронов всего распоряжения. Давай-ка их до конца потратим. Контрольная точка. Мне кажется, ли музыка играет? Тихо. Он живой еще? Теперь нет. Так, 0 патронов. Переходим к дробовику. Сейчас, если патроны кончатся, еще и там будет хана. Будем на болтах вывозить, походу. Ух. Было, не было. Походу, конец коридора, это близок уже. Хотя ходов много что-то. Ну давай покрутим, это скорее всего выход наверх. А нет, стой. Рано, рано. Не зря она закрывается. Еще что-то можно взять тут по-любому. Или нет? Нет, все. Ну, теперь точно можно одну половину открывать, вторую закрывать. Крутим.
Кстати, наличие спичек сейчас уже не очень-то и важно. Пока я уже не припомню, когда последний раз ими пользовался. Тихо. Оп. Забрал. Это подозрительный коридор какой-то. А все равно он меня увидел, че я прячусь. Пошел ты, Джонни. Еще будут? Да, еще будут. Целых 2 патрона для пистолета. Вообще, сейчас гулять будем. Их можно было и не жечь. Надо было жечь, наверное, пока они лежали. Ну да ладно. Там этот чувак ногой шевелил, кстати. Не, он не встанет тоже. Думал, они как-то обыграют этот момент, типа нога-то, что у него попадет под... Ну, под эту вороту. Ногу там зажует. Кстати, там была зеленка, ее можно достать? Нет, она далеко. Видимо, какой-то секретный проход, надо знать. Не для всех, короче. Давай. Но скоро мы, значит, и с этим сейфоголовым-то должны встретиться. Че, мне не влезает? Серьезно, гарпун не влезает? Ну давай, может быть, мы его где-нибудь потратим. Ну все, мы типа в центральной комнате обратно. О, наконец-то. Вроде все. Давай, сохраняемся. Выходим. Будем закругляться. То вдруг я третью пластинку поставлю, и мне это не дадут. Не дадут храниться в этой точке. Вы что-то забыли? Подожди. Да-да-да, ключик у меня есть. Я помню. Все, банубас, давай быстрее. Чистить, а? Все, это я даже нижний уже открыл. Почему тут горят они, лампочки? Тут не горят. Ладно, давай тут. Патроны? Отлично. Я как раз их потратил все. Давай посмотрим, есть ли на что качнуться. Если нет, то сохраняемся, да и все. 6200. Ну, что-то одно можно прокачать. 8000. Я бы, наверное, дробовик все-таки прокачал, множитель урона. Запас. Но тут явно не хватит. Не думаю, что мне часто будут давать патроны для винтовки. Ладно, копим, короче говоря, на прокачку, наверное, или пистолет, обножитель урона, или дробовик лучше.
пока не будем тратить. Так, ладно, выходим в главное меню. Все, спасибо. Спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.